Capybara. Ой. Как здесь непривычно! Нани! Боже! Привет! Какой ужас! А, подождите! Ой, а чё? Сати, привет, роднулька. Как дела? Удачного стрима. Меньше, чем три, меньше, чем три, меньше, чем три. Привет! Скайхира, спасибо большое! Спасибо! Привет, Ютуб! Привет! Божечки! Блин, как же вас много! Я что-то разволновалась. Еще сраный стрим не запускается. Я не знаю, куда нажимать. Привет! Можно на Твиче. На Твиче, ну, в смысле, мы вчера на Твиче и позавчера, и позавчера. И на следующей неделе на Твиче. Давайте мы в этот раз хотя бы разулечку хочу. А, это рулетка, только опомни... Понятно. Скайхира, твоя рулетка только опомнилась. Привет! Привет, Ютуб! Как ваши дела? Рассказывайте! Привет! Какое счастье... Ёб твою какаху, вы чё, с ума сошли? Спасибо, Влад, за донат! Ой, аж рифмуется! Привет и удачного стрима! Спасибо! Спасибо огромное! Я настолько маленькая, что тянусь? Куда? Подожди, какой... В смысле? Да я вроде не тянусь. А чё рулетка? А чё сегодня всё лагает? Вы шо, вы сломали всё? Ара-ара. Вы все сломали? What the hell? Боже мой, меня, тебе, пожалуй, да, хорошо, пиши мне лучше в Телеграм, что-то это как-то это очень-очень много всего. Катарина, спасибо. Ой, ёб твою мать, призрак. Принимайте религию, сатинисты. Okay. Это будет шикарно. Всем привет. Yes. День рождения! Боже, сегодня у стольких людей день рождения! Ребята, я вас поздравляю с днем рождения! У кого сегодня день рождения? О, фак. Только не мил в голос! Почему сейчас? Почему сейчас? Окей.
Господи. Возможно, мы сегодня не будем делать голоса, но я подумаю. Спасибо. Joker Games, спасибо огромное за донат. Я попал в мир аниме. Хай, спасибо. Почему Так это не я, это не мои... Ну ладно, это мои стоны, но... Ну, чтобы, ну вот всяких вот... Кому нравятся стоны девочек? Да... Привет. А в чем суть караоке стрима? Поэтому такое звуковое помещение у донатов, да. Кто не любит? Я люблю. Так. На самом деле, я не уверена, насколько мне хватит моих связок сегодня. Привет. Делать голоса. Сатя, это мой ежестримный донат. Спасибо. Мы болели. Чтоб спасибо, ты нашла кнопку запуска Егору, стрима. Спасибо. Наши мольбы помогли. Хай. Чату тоже привет. Хай. Сатинистые оникурки всех стран. Оникурки? Объединяйтесь. Хай. Что с лицом? Не знаю. Лицо как лицо. С лицом все ок. Прекрасного настроения на этот день и на все последующие. Хай. Люблю тебя и твое творчество. Спасибо, я тоже вас люблю, спасибо огромное. Божечки, а чё донаты-то так летят? Мы же так никогда петь не начнем. Не бойтесь. Ух ты, спасибо большое за подписку. За платную. Кстати, спасибо за твои труды, очень благодарен. О. Спасибо. Ой, подождите, а почему они у меня пересекаются? Это надо исправить, подождите секунду. Так, это у нас что? Это получается YouTube Sub. Нет, подождите, YouTube. Да, все правильно. Боже мой. Привет, YouTube. К сожалению, не очень удобный и чат что-то лагает. Да, есть такое. Так что пообщаться особо не удастся. Удачного стрима и хорошего настроения. Ничего. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как вас много! Мне кажется, пора рулетку отключать. Ай, подождите, нет, стойте! Нет, слишком много. Рулетка работает от донатов, ребят. Блин, походу придется рулетку отключить, потому что что-то как-то вас слишком много. Я не смогу выполнить все ваши условия. Я начну петь, когда вы перестанете слать донаты. О боже, как донатить? А в описании есть ссылочка. Так, я, наверное, все-таки вернусь к своему голосу, а то у меня связки слишком сильно устают. Мы не можем врубать медленный режим? Подожди, я дала вам возможность. Подожди, я 100% вам давала возможность с Ванюшей делать медленный режим. Вы у меня, типа, какие-то крутые модери, так-то, по идее, должны. Не, в принципе, если хотите, я могу сделать сама медленный режим, только как? Я не умею. А подожди, а здесь вообще можно делать медленный режим? Как вообще стримы на Ютубе работают? Так, походу мы отключаем рулетку. Потому что это какой-то пипец. Это какой-то пипец, ребята. Боже, спасибо большое! Всем привет! В смысле снять усы? Чё вам усы мои не нравятся? Подождите, донаты застряли. Донаты застряли, походу. Нет, я не успела одобрить донаты, они застряли. Фак. О, подождите, надо перезагрузить Donation Alerts. Индос, ты бы мог попробовать еще успевать одобрять донаты, которые меньше 500 рублей, если получится. Кстати, удачного стрима. Или совсем все плохо. Как решить проблему с комментариями? Пишу под предпоследним твоим видео комментарий. Да, это да, я знаю. Удаляет уже 3 часа день. Да, он такой, да. Я сейчас вот смотрю в комментарии на Ютубе и одобряю все. Но когда я все одобряю, он какие-то комментарии просто выкидывает. Нахер.
Поздравляю с 500к подписчиков. Спасибочки. Кавер на опенинг монолога я уже посмотрел. Спасибо. Круто получилось. Ай, спасибо огромное, спасибо. Ты их одобрил, а они, видимо, все равно застряли. Ты их одобрил, и они все равно застряли. Потому что тут столько донатов в очереди, песос. О! Боже мой, а чё у вас так много? И вы привет. Чего? Нижайше я не знаю, как себя вести при таком количестве зрителей. Саня коту. Минус. С днем рождения! С днем рождения всех, у кого сегодня день рождения. Я вам всем желаю всему самого лучшего. Чтобы у вас всегда исполнялись ваши желания. И чтобы здоровье было крепким. Привет чату. Блин, привет, а я не знаю, здесь можно говорить на интимные темы, как подписывайтесь на Сати на Твиче, там много веселых моментов. А то я хотела моментов. Сказать, чтобы стоял. Они есть на канале Нарезки. Кое-что, чтобы стояло. А также заходите к Оникуме в Дискорд. Ссылки в описании. Спасибо, да! Заходите, у нас все ссылочки есть в описании. Все правила стрима, ссылки, все есть в описании. Заходите туда, смотрите. Пока в стране проходят выборы президента, мы выбираем топ-фанатов. Эндост, зачем ты это одобрил? У нас... ну ладно. Здесь не работают команды! Эндост, здесь не работают команды! Привет, Сатян! Удачного стрима! Привет, моя сладкая! Капец! Ой, ужас какой-то. To be honest. А я не знаю даже, как следить за количеством зрителей. И чтобы у меня телефон не вырубался. Почему именно такой звук доната? А вам сильно громко? Я могу сделать потише, если вам сильно громко. Ребят, я не могу вас всех заметить. Простите, пожалуйста, вас слишком много. Я не привыкла к такому количеству зрителей. Мне на Твиче 150, 180, 200 максимум. Привет, Сатя. Привет, Ютуб. Привет. Хорошего стрима, роднулька. Спасибо. Люблю, обожаю. Спасибо, Ебест. Сейчас все донаты закончатся, и мы пойдем этого... пойдем петь. Я вообще хотела начать сразу с песен, но я знала, я типа хотела переключиться и сразу петь. Горячая милфа с усами, это что-то новое. Но я-то знаю, что вы бы начали меня кидать донатами, и я бы ни хрена не спела нормально. Привет, спасибо большое за поздравления, ребята, спасибо. Так, чё, всё? Нет, не всё, там ещё застряли донаты. Привет! Поздравляю, спасибо! Поздравляю, Хай! Привет! Аноним с таким донатом гуляет, о чём? Там что-то... Да, аноним гуляй. Такие слова нельзя писать, даже в донатах. Извините, привет, пожалуйста. Поздравляю с 500. Там очень плохие слова в донатах. Хорошо, пишут. Стрима меньше, ай-яй-яй. Чем 3. Меньше, чем 3. Спасибочки. Подожди, 102? О, реально уже 102, лол. Ой, мамочки. Какой у меня микрофон? Смотрите, заходите в описание. И там у меня есть мой сетап. Там петь. Есть микрофон, вроде как. Офай, донаты, давай петь. Ой, простите, пожалуйста. Да, если что, у меня тут не осуждается, так сказать, привет из глубины души. Потому что если держать в себе, начнет болеть животик. Тиа Вай 22.00 from iOS 7 JB Pro, not IU Local, but not IU Local. Они пересекаются! Спасибо за суперчат! Подожди, что это было? И тебя с 500к любимка. Спасибо большое за суперчат! iOS 7 JB Pro! Спасибо большое за суперчат! Thank you! Не трогайте усы. Они прекрасны.
Нет, на Ютубе нельзя. Нет, нет, нет. Никаких плохих слов, ребят, на Ютубе. Никаких... Нет, нет, нет. Давайте этого... Давайте... Ребята, пожалуйста, давайте мы споем что-нибудь. Мне сейчас люди уже уходить начнут. Васлава Сатине. Слушаю твои каверы давно, но смотреть стримы только недавно начал. Удачного стрима тебе и чатику меньше, чем 3. А я не знаю, как отрубить донаты. Я знаю, что многие делают, типа, повышают минимальную сумму доната, чтобы остановить донаты. Я не знаю, точно, хочу ли я так забыл делать. Забыл пожелать главное, чтоб стоял и деньги были. Да, чтоб стоял и деньги были. Индос, когда у меня там усы заканчиваются? Напиши мне в ТГ, плес. Я вас всех не смогу реально увидеть, простите, пожалуйста. Все, что в рулетке выпало, все, конец, да? Привет, Сати. Хотелось бы узнать, а вам доплачивали на Айнстаре за озвучку хентая? Да, доплачивали. Доплачивали, да-да-да. Вы что? Я бы не согласилась за маленькую сумму. Да, это мой настоящий голос. Мы только что, мне выпадал в рулетке голос Милфы, и мне было очень тяжело. Поздравляю тебя с 500к подписчиков. Спасибо. Спасибо. Хай. Целый дом на донаты куплю. Не, чтобы я купила дом на донаты, это нужно... Слушай, все кончилось, хорошо. Я давно смотрю тебя. Ты такая классная. Можешь передать привет? И, кстати, вопрос, как ты относишься к сходкам? Привет! Я отношусь к сходкам... положительно, но... Как бы это вам сказать? Я вряд ли смогу такое провести. Кстати, потому надеюсь, что я что сейчас очень скоро ты пробежишь потолок 10 живу в Великобритании. Подписчиков. Не, какое скоро? Если я 500 тысяч подписчиков собирала 10 лет, ты представляешь, сколько мне нужно собирать 10 миллионов? Нам еще 10 лет надо, чтобы набрать лям один подписчиков. Мяу, just meow. Мяу, just meow. Представляете? Следующий стрим на Ютубе через 10 лет. Ой, фак, на самом деле... На самом деле надо уже спеть, ребят. Давайте я правда привет, подниму. Привет, наша дорогая Сатя. Поздравляю тебя с 500к подписчиков. Продолжай радовать спасибо нас своими большое. Замечательными давайте каверами. Я подниму порог для доната, чтобы вы не донатили так много. Вот. Чтобы мы с вами спели. Потом верну обратно, хорошо? Я пока подниму порог, сколько вы можете донатить минимально. С 500к сатинистов. Очень нравятся твои песни. Активно начал тебя слушать с Доместично Каноэ Опенинга. Очень спасибо нравится смысл большое. Песни Моник. Кстати, на так, Твиче Андрей 1. На сколько повысить донат? Давайте 10 тысяч я сделаю. Надеюсь, YouTube не потерял коммент. Чтобы уж точно никто не задонатил, пока я пою. Спасибо за донат. Так, все, я повысила донаты до 10 тысяч. Чтобы не донатили, не перебивали меня. Но только здесь небольшая очередь. Тут Арик, потом Фоги Рекс и Камицу. Все, последние два доната, и мы поем. Я сделала порог в 10 тысяч, да. Спасибо большое. А почему он не зачитывает? 777 зрителей и только 750 лайков. Ребята, вы что, не уважаете нашу Сати? Срочно ставить лайки, кто не ставил. Слышали? Слышали? Дело говорит человек, дело говорит. Давайте, последний донат, и я пою. А нет, а почему? А как ты... Подожди, а как вы можете еще донатить? Не последний донат. А почему он перестал зачитывать? Ай, потому что я бока! Я не то сделала.
Минимальное... Подождите, это я не то сделала. Я маленький идиотик. Подождите секунду. Российский рубль. Я не то настроила. 10 тысяч евро. 100 евро. 100 долларов. Ой, а сколько? Ну ладно. Я надеюсь, вы не будете пытаться задонатить на в других валютах, чтобы донат прошел. Привет. Спасибо это большое. Это мой первый донат. Поздравляю с 500к подписчиков и удачного стрима. Спасибо. Все, все, теперь я точно сделала. Все, теперь я точно сделала. И мы, я думаю, должны спеть, знаете что? Я думаю, капец, я что-то так устала уже. Я считаю, что мы должны с вами спеть кавер, который вышел прямо сегодня. Я его порепетировала до стрима, но я не уверена, что все пройдет хорошо. Если что, не бейте меня, хорошо? Не бейте меня, я буду очень стараться. Индус, сколько 10 тысяч рублей в гривнах? А то мне сейчас начнут в гривнах донатить. Мне уже в чате грозятся. Автотюн накрутили? Не, в смысле, какой автотюн? Кстати, это было бы удобно. Надо будет... Я, кстати, подумаю над тем, чтобы подключить какой-нибудь плагин, который в реальном времени будет меня тюнить. Автотюнить. Но я пока такого еще не сделала. Блин, слушайте, чат на ютубе. Вы мне такие идеи подаете классные. Слушайте. Звук двоится, потому что эхо. Эхо началось. Эхо, мы сейчас будем петь. Ставь 5к. Хорошо, Индос говорит поставить 5к. Ой. 5к. Вот все. Все, в гривнах теперь тоже не будете. Так, ладно. Фух, так, это мой первый раз, когда я пою Be a Flower вживую, поэтому не судите строго, хорошо? Так уж плохо скрыться в тени от глаз чужих, будто на мне раскрывшимся жизнь свою прожить. Не так уж плохо спрятать секрет за маской лжи, цветок никем не тронутый красоту миру обнажить. В бочке меда встретит дегтя ложку, кто-то судит по обложке. Будь смелее, не дай тревоге охватить тебя. В любви я не нуждаюсь, шелка не наряжаюсь. Изумительный цветок намного, без хрустального воды, без ухода. Он изящен и красив сам по себе. Цветом распустись, саркастично смело улыбнись. От тебя в груди трепещет сюда так, что глаз не отвести. Здесь волна пустит, не твой сладкий яд, что для меня как эликсир. Нежно обниму тебя, улыбнись. Эй, дай мне свет улыбки. Дай же, на это бы ты рассмеялся или нет. Не так уж плохо и истине помочь в беде, хотя дерзну мечтать стать той, кто поможет расцвести тебе. Ты как цветок неземной, что сердце ест, словно бы хвой может завять в почве сухой. Пусть не всегда солнцем обласканом, делаю все, что был водой напою. Эй, пора признаться честно, ты целый мир чудесный. Не забывай об этом и лелей себя. Порой не замечай.
чувствам нас крепчает. Изумительный цветок намного, без хрустальной вазы, без ухода. Так раскройся и будь с гордостью с собой. Цветом распустись, саркастично смело улыбнись. От тебя в груди трепещет сюда так, что глаз не отвести. Ты словно вкусе. Нет, ты сладкий яд, что для меня как эликсир. Нежно обниму тебя, просто насладись. Стану ярким светом в темноте твоих улиц. Всей душой люблю тебя, улыбнись. Фух, что-то я так обосралась. Что-то мне так страшно было сейчас. Что-то мне так страшно было. Эй, так, кто там у нас теперь в этих? Ребят, давайте. Давайте. Без читерства. Так, все, я врубаю обратно донаты. Ой, мамочки, что-то я так испугалась. Что-то я так перепугалась. Что-то я так разволновалась. Ой. Ой, у меня сердечко колотится, что-то. Что-то как-то страшно. Страшно. Вам нормально все было слышно? Я надеюсь, тогда тебе водички попью. Да, стрим сохранится на канале. Сейчас я вам представлю. Сейчас я вам представлю песни, которые мы сегодня будем петь. И мне будет нужна ваша помощь, чтобы вы мне говорили, когда я спою песню, я должна ставить возле нее галочку, что мы ее спели. Вот. Вот, вот такой вот список. Вот. Только, пожалуйста, не расстраивайтесь, если я не буду петь сегодня вашу любимую песню. Я поставила те песни, которые я реально могу спеть вживую. То есть интернет я беру, каким бы он крутым ни был, но вживую его петь просто нереально. Да, я решила, что мы сегодня закончим петь на той песне, которая меня подняла. С годовщиной, родная. Сестреночка, спасибо! Мемладинот пьет компот. Чат, заходите к моей сестренке на канал послушать ее каверы. Она у меня, короче, смотрите, заходите на YouTube ко мне на мой канал, листаете в самый-самый-самый низ, и там будут разные каналы, которые я рекомендую. Вот, и там в отделении «Семья и друзья» вот, есть все ребята, которых я вам рекомендую. И там есть моя сестренка. Заходите к ней и подписывайтесь. Ребят, я буду сегодня петь песни только из списка. Список вот здесь, вот он внизу. Если он слишком маленький, могу сделать побольше, если нужно. Вот так будет лучше, может быть, чтобы было лучше видно. Ребятки, пожалуйста, мы сегодня поем только песенки из списка, хорошо? Вот. Ну, если прям совсем все плохо будет, и вы захотите, чтобы я для вас попела еще после вот этих 8 песен, я подумаю, как мы с вами это можем устроить. Ну, вообще, заходите к нам на Twitch, и там можно накопить баллы канала, там на Твиче есть такая штука, что за просмотр стрима у вас копятся баллы. И эти баллы, то есть вообще, просто вы бесплатно, это все бесплатно, просто копите баллы, и когда накопится, вы можете заказать у меня спеть какой-нибудь кавер мой, вот, ваш любимый. Вот, так что, это была самореклама. Это была самореклама. Так что, я рекомендую вам приходить ко мне на стримы. Я стримлю каждую пятницу, субботу, воскресенье. И у меня ребятки заказывают песенки.
Вот. Да, чат на Ютубе очень лагает. Очень лагает. Хай-хай. Так вот. Будем сегодня играть в Генш... Нет. Нет, я по-японски не говорю. Да, Тикино, привет! Да. Нет, розыгрыш будет в конце стрима. Я не знаю, когда будет конец стрима, но да, розыгрыш будет в конце стрима. Песни только из списка, да. Да, из списка. Чат! Расскажите мне, как ваши дела лучше? Может, у вас какие-нибудь вопросы ко мне есть? А, просто пока я... Мне нужно немножко передохнуть, так сказать. Между песенками мы будем с вами общаться. Я сейчас только что пела Be a Flower вживую. Вот. У меня день рождения... Ой, Элит, правда? С днем рождения тебя заранее. Сколько лет? А вот уже 10 лет. 10 лет. Кстати говоря, это еще один повод отметить сегодня. Помимо 500 тысяч подписчиков на Ютубе, у нас еще и 10 лет каналу в этом году будет, в апреле. Мы немножко заранее отмечаем. Как я пришла к каверам? Да вот как-то, знаете, в детстве мне всегда нравилось петь другие песни. А, я думаю, что все начинают, так сказать, с каверов в том же караоке. А, это вы тоже поете каверы? А, у меня папа был руководителем вокального кружка в местном доме культуры. В моем поселке, где я жила раньше. Вот. Я не состояла в этом кружке, но я очень часто вместе с папой ходила в Дом культуры, и там мы пели песню. Вот. И вот из-за того, что у меня папа был весь такой музыкант... О, все, у меня голос пропадает. Из-за этого у нас дома был, получается... DVD-плеер? Господи, это такой раритет. Мне кажется, уже ни у кого больше нет DVD-плееров. У нас был DVD-плеер со встроенным караоке. И с огромным-огромным караоке... получается, нет. Там был... Или это был диск? Нет, по-моему, был встроенный караоке. И там была огромная-огромная книжка, где можно было выбрать песню, которую ты хочешь спеть по номеру. Кто-нибудь вообще еще такое помнит? Кто-нибудь вообще такое застал у меня в чате? Кто-нибудь есть настолько старый, как я? У меня есть DVD-плеер. У меня... У вас до сих пор есть! Жесть! Старость на месте. Жиза, е-е-е. Кайф. У бабушки такое было. Капец, я теперь чувствую себя твоей бабушкой. Приходим на стрим и оформляем подписку. Спасибо большое. Какой-то чел звать Артём. Привет, спасибо большое. Ой, подожди, у нас теперь за списком все. Ой, ёб твою мать, придется все-таки список чат поменьше сделать. Вот так вот, чтобы донатики было видно. Застал и пел такое караоке, понятно. Ребята, если у вас есть вопросы по каверам, на все мои вопросы, на все ваши вопросы можно найти ответы в описании под моими видео. Например, перевожу ли я песни сама? Или что-то там я еще делаю сама или нет? Все это можно узнать у меня в описании под видео. Неужели так мало людей, которые открывают описание под видео? Неужели? Ну-ка, плюс в чат, кто смотрит описание под видео? Мне нужно знать, что среди вас есть такие люди, да мир! Бляха-муха!
Кстати, извини, что так мало. Мне вот интересно, не хочешь ли перейти? В смысле так мало? Ты чё, охренел? Чань, стоп, а не арт from breaking. Дамир, окей, на такой донат я отвечу, да, я планирую песню на этот, на, фу, кавер на эту песню, у меня все, у меня, язык путается, голова путается, все. Ой, как много плюсиков, вы же мои хорошие, узнаю своих прекрасных подписчиков, спасибо. Дамир, в смысле так? Дамир, Дамир, ты тот Дамир, которому я посылку отправляла? Или это другой Дамир? Дамиров просто много. Капец, у вас задержка. Слушайте, я ставила задержку вообще минимальную. Но, видимо, Ютубу насрать. Я ставила минимальную задержку. Очень странно. Ну ладно, черт с ней. Твича, да, это тот Дамир, который выиграл посылку от меня, потому что другой человек не пришел на стрим. Нет, я не буду петь песни из донатов. Я, нет, я не такая продажная. Простите. Мой самый любимый кавер. Ой. 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 Блин, на самом деле сложно сказать, потому что я все свои каверы люблю, возможно, даже одинаково. Может, есть у меня наоборот какие-то каверы, которые я люблю меньше всего, которыми я недовольна. Но обычно я не выпускаю кавер на канал, если я им недовольна. В аренду? Что в аренду? Пить? Сейчас будем. Дайте мне попить еще раз водички. Ой, фак. Нет, я инсту забросила. Я там больше не активничаю прям от слова совсем. Мне лень туда заходить. Я, в принципе, не захожу в Инстаграм. Что посоветуешь, чтобы стать витубером? Камеру? Витуб-студию надо купить в Стиме. И там есть бесплатные уже готовые модельки. Можно попробовать с бесплатными модельками стримить. Вот. Минералку пьешь? Нет, обычную водичку. Привет, спасибо Сачан, большое, точка, спасибо за песенки. Спасибо огромное. Ты принимаешь заявки на новые каверы для канала? Нет, не принимаю. Я пою только то, что мне нравится. Я вижу ваши комментарии, когда вы что-то просите меня спеть. И если я вижу, что очень много очень большой запрос, я иду слушать песню. Вот. И если она мне понравится, тогда я ее спою. Вот, кстати, с Be a Flower была такая ситуация. Кимико! Много денег для Оникумы не бывает. Да ё! Всем хорошо провести время, вкусной еды и лучших удобств. Кимико! Ну что же ж такое, ё-моё! Кимико, ну куда? Кимико, спасибо большое! Блин, о чем мы говорили? О чем я только что говорила? Было очень тяжело. Спасибо вспомнить большое. Первую прослушанную песню от тебя пришлось поднимать архив гармонии, Тимахах. Спасибо большое, что радуешь творчеством вот уже с десяток лет. Восклицательный знак Тимда меньше, чем 3. Да. По поводу Be a Flower. Так вот, такая же ситуация была с Be a Flower. Я видела очень большой запрос в комментариях. Я послушала песню, а она мне не понравилась. Она мне не понравилась. Поэтому его так долго не было, этого кавера. Я просто... Бывают такие ситуации, когда... Спасибо, ты привыкаешь к песне, если так можно сказать. Да, да, тот Дамир. Дамир, спасибо большое. Я надеюсь, что моя посылочка до тебя дошла.
И ты скушал печеньку. Надеюсь, было вкусно. Те песни, которые в списке, твои любимые или ты выбрала на рандом? Это те песни, которые я точно смогу спеть вживую. Вот. Я долго прислушивалась к Beaflower. Она мне почему-то изначально не понравилась. Я к ней долго прислушивалась. Я ее слушала. Потом дала месяц перерыву. Через месяц еще раз послушала. Потом еще дала перерыву. И потом еще раз послушала. И тогда она мне понравилась. Не знаю, почему не понравилась. Но вот бывает такое, да. Бывает и вот такое, да. Так, в общем. Давайте. Я снова ставлю ограничение на донаты. И мы идем дальше петь. Так, секунду. Я ставлю ограничения. И мы погнали. Дальше петь. Я вроде отдохнула немножко. Раз, раз, два, три, четыре, пять. Спалить лицо? А ты вот зайдите, посмотрите какой-нибудь мой кавер довольно-таки старенький. Годика так два назад где-нибудь. Вот, можете посмотреть на мое лицо. Окей. Немало зла ты причинил мне, о нем, наверное, не помнишь. Понять страдания не в силах, идешь по жизни беззаботно. Зачем тревожиться, ведь правда, с тобой мы будем развлекаться. Уже сегодня или завтра ты познаешь боль мою. В чем ты был неправ, на пальцах объясню. Терпела боли и все запомнила прекрасно. Теперь же сердце хочет крови. Считай возмездие подарком. Я очень долго сомневалась. Тебе ведь может не понравиться. Или я ошибку совершаю, жаром запылавшие туфли. Кричи во всю, слезами захлебнуться должен. Давай еще, унизиться ты можешь больше. Послушный пес, готовый забежать от счастья. Не умоляй, простить я не прощу тебя. Кричи во всю, слезами захлебнуться должен. И пусть от них иссушатся глаза и кожа. Сейчас грехи искупишь самой страшной жертвой, но подари последний поцелуй. Рок. Фак.
Так, все, пердышка. Пердышка. Так, нужна галочка. Нужно галочку поставить. Галочку. Мы спели песню. Галочку поставили. Все, кайф. Галочка есть. Фух. Фух. Ой! ТГ, иду. Ой. Того кого? Подожди, отправка сообщений. Творческая студия, трансляция, выбираешь свою трансляцию, скроллишь вниз, там будет отправка сообщений, поставить галочку на ограничить и 10 секунд. Подожди. Также отруби мимолерцы, их кто-то купил. О, фак! И, ребят, без мимолерцев. У нас мимолерцы сегодня не работают, я их уже отрубила, да. Ишь, какие привилегии Твича используют! Ой, все нормально. У меня просто сейчас в телефоне весь чат исчез почему-то куда-то. Так, говоришь, где-то в прямых трансляциях. Подожди, еще раз. Творческая студия. Прямые трансляции. Кого? Подожди. Еще раз. Трансляции. О, боже мой, а где это? Трансляции. Подожди. Как сложно на ютубе. Как сложно на ютубе. Блин, Эндос, я не знаю, где это. Настройки трансляции. О, нашла. Нашла. Ограничить частоту. Давайте ограничим. До скольки ты там писал? 10 секунд. Давай 10 секунд. Ой, подожди, я 110 поставила. Окей, ну-ка. Кого? Что? Чего? Нани? Ребят, Итачи, зачем ты это делаешь? Итачи! Меня кто-то на Твиче зарейдил, пока я офлайн. What the fuck? Итачи! Не надо! Ребят, давайте это... Подождите, как вы вообще рейд совершили, если я офлайн? Я же офлайн? Я сейчас пошла на Twitch смотреть офлайн. Офлайн ли я? О, понятно. Итак, ребят, не рейдите, пожалуйста, мой канал. Не надо. каким браузером? Mozilla Firefox. Капец, как же на Ютубе чат лагает. Фу. Вы у меня волшебные. Но офлайн каналы можно рейдить. Я не знала. Блин. Ну вы, конечно, хитрожопые, капец. Так, чтобы это предотвратить, я отключаю рейды вообще, чтобы они не показывались здесь. Посоветовать микрофон для каверов? Могу, но я могу посоветовать только то, что у меня. А то, что у меня, стоит очень дорого. То, что у меня, стоит где-то 1150 рублей. Так что, вот. Я перезапустил приложение YouTube. Да? Сейчас попробую. Сейчас попробую, у меня просто капец все лагает на телефоне. У меня хорошее чувство выбора песни, спасибо большое. 320 йен from, у тебя хорошее чувство выбора песни на вечеринке. Спасибо. На вечеринке. У нас вечеринка. Все верно, у нас вечеринка. Не, слушай, у меня все равно YouTube лагает. Приложение. Даже я когда бы перезапустила. Очень странно. Долго ли я живу в Великобритании? Ой, слушайте. В этом году уже будет 6 лет. Я переехала в 2018 году. Вот. Да. Привет! Какой я котик? Я медведь! Телефон лагает. Не, у меня, в принципе, YouTube лагает на телефоне. Задавайте вопросы. У нас сейчас небольшой перерыв после песенки. Мне нужно, чтобы голос восстановился.
Так что да, задавайте вопросы свои. Подождите, я только вернул, я забыла вернуть донаты на нормальную цену. Пять. Вот так. Все, я вернула донаты, если кто-то вдруг захочет подонатить. Сколько мне лет? Много. Вам не понравится. Мне много лет. О, фак. Какие бы каверы я не спела? Да, в принципе, меня сложно запугать какой-либо темой. Как минимум, я пела про испражнения в кавере «Гуманне-гуманне». Так что, я думаю, после этой песни меня ничем не запугать. Да, все вчера выяснили, что мне 13. Пусть для вас мне будет вечные 13. Я по тексту пою. Хай, я по тексту. Вы что? У меня 250 каверов на канале. Вы думаете, я на все буду помнить тексты? Почему не вебка? Потому что мне так удобнее. Я не хочу с вебкой стримить. Не знаю, мне неловко. Мне неловко. Мне очень сильно неудобно. Кто-то там спросил, замужем ли я или есть у меня парень? Да, есть! У меня есть муж. Мы, кстати, по возрасту почти одинаковые. Хай! Это все, что нужно знать. Спасибо, Катарина! Да, у меня есть муж. Хай, хай, я замужем. Я замужем. Да, стримы сохрани... Да, стримы. Стрим сохранится на канале. Хай, хай. На кей-поп? Ну, одна планируется. Она вообще у меня к кей-попу уже как-то подостыла любовь. Так что... У меня есть муж! У меня нет парня, у меня есть муж! Ребят! Вы шо? У меня на канале даже есть кавер, где мы вместе поем. Недавно. Мы недавно отмечали... Сколько? Пять лет вместе. Да, по-моему, 5 лет вместе. И мы пели вместе песенку Иконайда. Это которая... Та-та-ра-рам, дарам, дарарам, дарам, дарарам, там-там. Это как один комментарий под Иконайда был. Типа... Боже... Я зашел на канал, чтобы слушать девочку, а тут какой-то мужлан вместе с ней поет. Фу, отписка. Да, я озвучивала хентай. Да, и не стыжусь этого. Нет, не Джи... Какой бляха-муха? Что подтолкнуло тебя стать витубером? Ой. Общаешься ли ты с другими витуберами? Как ты относишься к коллаборациям с ними, если вдруг появится такая возможность? Да. Подтолкнула? На самом деле вы меня в комментариях подтолкнули. Мне как-то раз кто-то в комментариях написал: «Сати, было бы круто, если бы ты себе сделала модельку витубера. Мне кажется, у тебя бы получилось классно». Я такая: фи, витуберы, это еще так дорого. А потом так получилось, что да, что все-таки я стала витубером. Ну, в общем-то, тот комментарий меня подтолкнул на мысль, что, может, все-таки попробовать стоит. Вот. Я медведь? Сати, где водка и балалайка? Я так понимаю, Байрта и еще... Я, блин, уже улетели комментарии. Я так понимаю, вы сговорились? С Никофилом и Байрта, вы сговорились, да? Медведь, водка, балалайка, все понятно с вами. Все с вами понятно. Не думала стать витубером, действительно. Не думала ли я стать витубером? Так вот, подтолкнул меня именно тот комментарий. Вот, общаюсь ли я с другими витуберами? Да. Кстати, если будет сбор на ту песню? Вот.
нет, сборы не будут. Нет, подожди, сборы. Мы уже собирали. На ту песню, про которую ты говоришь, мы уже собрали на Твиче денежку, да. Мы уже собрали, и я уже оплатила. Инструментал уже делается. Вот, так что, Дамир, ты немножко опоздал. Но спасибо за донат. Приложуха называется VTube Studio. Только это не совсем приложение, это... Хотя, нет, на телефоне тоже есть приложение. Это программа, которую можно скачать в Steam. И, в принципе, на телефоне тоже ее можно скачать. Вот. Будут ли еще песни с видео и... Может быть, когда-нибудь я буду на себя смотреть в зеркало и не буду кринжевать. Тогда, может быть, я снова начну делать видео с камерой. Но пока что нет. Пока что мне просто неловко. И я просто смотрю свои старые видео, где я снимала себя на камеру. Это такой кринж, я просто не знаю. Если я и буду когда-то делать, то, скорее всего, я буду менять формат. Немножко по-другому буду сниматься, но не знаю. Мне не нравится. Мне не нравится, это такой кринж. По поводу, общаюсь ли я с витуберами. Я общаюсь с витуберами, но с не очень большим кругом. Так сказать, я в принципе такой человек, которому сложно начать с кем-то общение. Вот. Я очень стесняюсь. Я боюсь людей, я боюсь людей, даже если они витуберы. Даже 2D людей боюсь. И коллаборациям, а мы очень довольно-таки часто делаем коллаборации. Ну как, для меня часто. Но мне обычно тяжело на коллаборациях, потому что я практически не могу с чатиком общаться. Вот. Я, еще раз, я боюсь людей. Да, люди страшные. Согласна. Спасибо. Ждем кавер на последнюю песню Фумино Тамаки. Поздравляю с 500к. Спасибо, Роджер. Прости, пожалуйста, я не знаю, кто такой Фумино Тамаки. Так что... Прости, пожалуйста. Да, кстати, у нас в среду будет коллаборация. Мой любимый твой кавер это Цумина на моя YouTube. Вообще капец, три раза удалял мой коммент под тем видео. Но ради тебя я его победил. Да, ты его победил, молодец. Да, Цумина на мая. Да, надо будет как-нибудь сделать ремейк и загрузить на стриминговые площадки. Чем люди страшнее? Не знаю, мне тяжело общаться. Я socially awkward, так сказать. Да, мой муж ланкастер. Вот, посмотрите, у меня недавно на канале выходил кавер Иканайде с Дима Ланкастер. Вот. Ну вот, и как бы да, вот это мой муж. Хай-хай. Стрим будет длиться, пока мы не споем все сегодня из сегодняшнего списка. А мы спели пока только две песни. Понимаете? В смысле, когда выйдет новый кавер? Сегодня! Сегодня! Все. What in the world? What in the world? What? What? What do you mean? Hi! Hello! How are you? Мой любимый исполнитель помимо меня? Вы думаете, что я такая самовлюбленная? Не, на самом деле это правда. Когда у меня выходил Spotify Wrapped, ну, это типа итоги года по Spotify. Знаете, кто был самый первый, точнее, топ-1 артист? Я. А вообще, мне очень-очень сильно нравится в последнее время Хуя Микс. То есть песенки из Хуя Вселенной, Хуя Верса. Вот. Так что... А вообще, за всю свою жизнь самый-самый мой любимый исполнитель — это группа Supercell. И все его вокалистки. Чели, Янаги-Наги! Кто там еще был? Каких витуберов знаешь? Каких витуберов знаю? Мелоди Нут. Хигань Бонь Бонь.
Нямура, Алекстра Студио. Я сейчас чисто перечислила, с кем у меня будет коллаб в среду. Кстати, мне теперь очень обидно, что я не участвовал в сборах. Ноу, Дамир, прости, пожалуйста. Но ничего, мы еще будем проводить сборы. Так, кто еще? Кто еще? Так, блин, слушайте, это очень сложно сказать. Очень сложно сказать. Я много витуберов знаю. Сложно так сейчас сразу всех вспомнить. Да, моя сестренка здесь. Сестренка, напиши что-нибудь в чат, скажи, я здесь. Подписывайтесь на мою сестренку Melody Note. Где можно посмотреть на Анистаре? А, что там с моим мужем познакомились? Ай, подожди, не улетел комментарий, не успела прочитать. Так, что еще? Что еще? Что еще? Как же Ланкастер? Ты его не слушаешь? А он у меня в топ-2! Я на первом месте, а он на втором. Блин, слушайте, а что у меня было на третьем? Надо посмотреть, я уже забыла. Я уже забыла, что у меня было на третьем месте. В смысле? Я потому что тебя люблю, поэтому пиарю. Вон она написала, вон! Охота на Melody Note! Нажимайте, подписывайтесь. Вон она, вон она, вон она! Ловить преступника! Ловить преступника! Почему именно медведь? Потому что, не знаю, мне всегда нравилась тематика медведей. Я даже когда еще не стала витубером, я всегда просила меня художников рисовать с медведями, либо с медвежьими ушками, либо с двумя шишечками на голове, которые типа медвежьи ушки. Не знаю, мне всегда нравилась такая тематика. Мишки милые. Ну, в основном 2D-мишки милые. И мишки как игрушки тоже милые. У меня с детства я все еще с детства сплю с плюшевым медведем. Вот. Мне уже очень много лет, а я все еще сплю с медведем плюшевым, да. Даже когда один большой неплюшевый медведь лежит рядом, я все равно обнимаю плюшевого медведя. Что я за мишка? Я Оникума. Блин, слушайте. Эндос, ты можешь куда-нибудь скинуть ссылочку на мой лор? Здесь где-нибудь в комментариях. Блин, надо было это в описании, наверное, добавить. У нас просто на Твиче можно вызывать ссылки с помощью команд. А я не знаю, здесь, скорее всего, не работают ссылки. Нет, я не панда, я Оникума. Оникума — это демон-медведь. Вот. Но я наполовину Оникума. Наполовину человек. Такой у меня лор. На самом деле этому концепту больше 5 лет точно. Я видела этот образ вроде в каком-то хоре. Да, да, да. Я долго не раздумывала, у меня все заранее было подготовлено. Поэтому да. Вон! Эндос вам спамит ссылочкой. Эндос вам спамит ссылочкой. Вот там мой лор. Заходите и читайте, если кому-то интересно. Люблю ли я Японию? Конечно, в смысле, у меня все связано с Японией. Я пою японские каверы. Японские песни. Каверю японские песни. Вот, так что. Ну, я там никогда не была, но это моя самая огромная мечта. Побывать в Японии. Вот. Как с мужем познакомилась? Он англичан... О, нет, он латыш. Мы познакомились в интернете. И так получилось, что мы заобщались. А он на то время, получается, жил уже в Великобритании. Он из Латвии переехал в Великобританию, чтобы там учиться на звукорежиссера. Вот. И на музыканта в целом. Песни писать учился. Вот, и мы с ним познакомились, заобщались, и что-то как-то пошло-поехало, и я переехала к нему, вот. И...
Почему канал называется Сати Акура и когда это название было придумано? Ну, примерно 10 лет назад. Меня часто спрашивают, что... Вообще, откуда появился мой ник? На самом деле, это перевернутое мое имя. Спасибо. И тысячу раз перекомерканное. Тикино, спасибо! Ох, помню, как у тебя еще 50к не было, да. Ты как я рад за тебя. Ура! Спасибо, Тикино, спасибо огромное. Спасибо большое. Да, были времена. Когда, я еще помню, я делала кавер поздравительный на 4000 подписчиков. Я пела «Айштерю Бонзай». Я люблю всех вас, как я счастлива здесь быть. Это место, это что-то там, нас объединить. Кто еще помнит такую старину? Мне кажется, никто уже не помнит. Не бойся людей, бойся... Нет, в смысле, я вас не боюсь, я боюсь реальных людей. Пока вы в интернетах, мне не страшно с вами общаться. Сколько будет длиться стрим? Кстати говоря, нужно, наверное, спеть дальше. Стрим будет длиться, пока я не спою песни из всего списка. А список вот здесь у меня, снизу, вот здесь. Спасибо большое. Ой, я водички попила и такая, спасибо. Так, окей, погнали. Да, прошел час стрима, я спела только две песни. Ну что, зато будет, будем долго, значит, это вот. Стримить, значит, будем долго. Ладно, давайте, реально уже пора петь. It's time. Поставить ограничение в 15-20 секунд? Ну хорошо, давай сделаем так. Все, сделала. Окей. Подождите, я текст не включила. С похмелья поутру я проснулась не впервой. До рассвета проведя ночь в очередном угаре, утратив всякий стыд, мы там наперебой. До посинения странной песней глотку рвали. В плену хмельного рая хочу не просыхая беззаботно пребывать, прежде чем голос подашь опять. Хоть все отдать готова, ты не говоришь ни слова, буду горе заливать. Возможно, тело души священный храм, но свой за 15 охотно дам. И отделяет от греха лишь миллиграмм. Градус день изо дня растет, но это лекарство от забот. Ведь в угаре пьяном не бывает, а любви мне дело. Передышка. Так много голосов в унисон поют, и в их толпе твой образ тонет постепенно. На все поение буду грезить наяву, но всех желаний не озвучу никогда, наверное. Я с мимолетным счастьем не стану разлучаться, в нем желаю утопать, прежде чем явишься ты опять. Хоть все отдать готова, ты не говоришь ни слова, продолжая сердце рвать. Возможно, тело, душа священный храм, но свой за 15 охотно дам. И на борде в грехи плыву я по волнам. Градус день изо дня растет, но это лекарство от забот. И в угаре пьяном протекает жизнь моя. Yeah.
какая она короткая, слушайте. Но дальше самый желанный кавер, наверное, на сегодняшний день. Давайте небольшой перерывчик возьмем. И потом Айдол. Вот. Видео, да. Дима хорошо поет. Да, я знаю. Да, Маргарита превратилась в Сатиакуру. А знаете как? Атираграм. Атираграм — это Маргарита наоборот. Вот. И Атираграм после долгих изменений превратилась в Сатиакура. Атираграм, Сатиакура. Вот так, такой вот у меня ход мыслей, да. Фух. Так, окей. Нет, я не играю в Сакай. Я... У меня все очень плохо с ритм играми. Will you sing Donut Hole today? No, I'm sorry. Just the track list that is right behind me. Beside me. Yeah. Just this one. So, I'm sorry, but no. I'm sorry. Да, но я не люблю, когда меня называют по имени, по-моему. Особенно, если там Маргарита или Рита. Но самый огромный кринж — это Марго. Меня просто выносит, я сразу блокирую таких людей. Так что называйте меня Сатя. Мне так намного приятнее. Вот. Да, я играю в Геншин. Мы как раз сейчас на Твиче стримим Дропси. Вы вообще знаете, кто в Геншин играл? Играет. Вы вообще знаете, что за просмотр Геншина на Твиче вам дают примагемы? Вы об этом вообще знали? М? Советую вам приходить ко мне на Твич. Есть песни, которые могут довести тебя до слез? Да, конечно. Я вот когда слушала If I Can Stop One Heart From Breaking, я рыдала. Ребят, если будете писать то, как я сказала, что мне неприятно мое имя, Эндос знает, что делать. Так что лучше не надо. Как Дима ко мне обращается, Сати? Ну, при наших друзьях. Меня все наши друзья в реальной жизни называют Сати. Вот. А Ритой меня называют только при родственниках. Такие вот дела. Ну, вообще, Дима так-то меня не называет обычно по имени. Он меня называет, ну так, знаете, ласково. По-разному. Вот. Я не знаю, есть ли вообще люди, которые называют своих вторых половинок по имени. Скорее всего, есть. Но это обычно самые нормальные люди, наверное. Но я не знаю. Я не возьмусь судить. Впервые узнала о Диме, да, из-за его каверов. Угу. Узнала, что такой человек есть. Вот. Смотреть аниме. Ой. Когда есть время. Но обычно в последнее время у меня очень мало времени на просмотр чего-либо вообще. Эндос ультанул? Разве? Эндос ультанул? А что он сделал? Ребята! Вы сейчас нарушаете правила моего канала, задавая вопросы про каверы. Поэтому лучше не надо. Не спрашивайте. Я вам все равно не скажу. Потому что это сюрприз. Админы в чате! Ну-ка, ручки подняли. Руки подняли.
Мои подписчики не сатанисты, сатинисты. От меня, Сати, сатинисты. Через И. Вот. Такие дела. Ханкайста Рейл? Да, такие штуки, что сказала, что one heart, if I can stop one heart from breaking. Это у меня еще задали вопросы в донате. Я ответила, да. Сколько у меня времени? 2 часа 21 минута. Поэтому я считаю, что нам надо пойти петь дальше. Как считаете? Ой, что-то мне страшно. Это самая сложная песня сегодня, скорее всего, здесь. Ой, мама. Окей. Да, мы недавно смотрели с ребятами на Бусти монолог фармацевта как раз. Ой, окей. Строго не судите, хорошо? Ой, подождите, что это было? Нани? Ой, спасибо большое за... thank you so much for... А как на Ютубе платная подписка называется? For membership! Yeah, for membership! Thank you! Два часа дня! Так, все, дайте. Только не бейте, если я буду лажать, хорошо? Ладно, все, погнали. А! Подожди, а что сразу? А где отчет? Подожди, у меня был. Ой, я. Сейчас, секунду, это не то. Это я не то включила. Так. Вот это. От ее улыбки медиа сошли с ума. Приподнять завесу тайны не спешит сама. Даже очевидных недостатков будто лишена. Нет настолько идеальной лгуньи, как она. Просто лучший айдол из всех. Чем завтракала ты, есть книга по душе, где любишь веселиться в нерабочие часы. Было мне не до еды, секрет это уже. Умело уклоняясь от всего, что не спроси. Беспечно, но сиять не суждено. Толпа разгадки ждет, лечет как мед каждый мой секрет. Признайся, нет, сдавайся, нет. Кого можешь милым счесть, а парень есть, дай скорее ответ. Очень слабо разбираюсь я в любви, ведь ее испытать не смогла пока, увы. Не понять, честно ли, или все же лгу. Но не прекращу игру, сказав подобные слова. В себя люблю их на раз-два, глаз тебя никто не сможет отвести. Самый гениальный, совершенный айдол. Ярче всех сияешь, так как ты воплощение вечерней звезды. С улыбкой на лице, люблю, скажи в конце. И изумленный зритель мгновенье пленяй. Пускай прелестный взгляд и красивые слова просто для нас идеальная. Ай, верно, эта девочка и есть талант. Ну а мы те, кто всегда в ее тени стоят. Как массовка группы B для нашей звездной госпожи. Лишь ее благодарить за свой успех должны. Но нет, это обман, как не завидовать всем нам. Кто же поймет, что никакой мы не хлам. Красить себе сердце не дам. Ты не идеал, что не прощу никогда. Себя не прощу никогда. Не прознаю людей, что высот достигают без доли труда. Все вокруг боготворят тебя одну. Наш непревзойденный первоклассный айдол. Кажешься всесильной на виду. Воплоти в себе вечернюю звезду. Как слабости скрывай за маской. Пальше продолжая угождать фанатам. Дальше ты должна быть уникальной. Даже там наша истинная. Ай, от моей улыбки медиа просто без ума. Но ее секрет старательно хранить должна. Я вас всех люблю, карьеру строю из вранья. Понимание любви такое у меня. Гений аквы начал как блестящий пот сверкать. Руби следует от любопытных глаз скрывать. Я как Мария непорочная, я пою опять. Ложь абсолютной формы любви могу назвать. Хоть я никогда любимой не была и сама полюбить.
забыть, так ни разу не смогла. Даже ложь, что повторяю без конца, завтра днем может и реальности стать. Верю в это я, однажды все, о чем мечтаю, получу. Ведь в конце концов я не насытый айдол. Если нет, такое по плечу, полюбить как следует вас хочу. Опять в толпе любви солгу, надеюсь, что настанет никогда искренне признаться смогу. Однако до сих пор только вам твоим привычной фразы не говорила в упор. А груз упал с души, в словах ни капли лжи. Мои милые, я вас люблю. Как же я боюсь петь эту песню всегда! Ура! Я ее спела! Боже мой! Фу, можно выдохнуть! Мне всегда ее очень страшно петь, потому что я знаю, что когда я пою эту песню, у всех огромные ожидания. Какой мой настоящий голос! Так вот же он! Так вот же он! Потненько было, да, там еще передохнуть негде! That's exactly why I'm learning Russian. Wait, what do you mean? What do you mean? Because of what? И... Да, господи, вот он мой настоящий голос! Вот он мой настоящий голос! Как хорошо. Соседям? У нас на самом деле в квартирном доме довольно-таки хорошая изоляция. Мы не слышим, когда наши соседи устраивают всякие вечеринки громкие. Музыку громко слушают. Вот. Так что я думаю, что они не особо слышат, как я пою. Нет, моя инста не активна, я ее забросила. Заходите ко мне в Телеграм. В Телеграме я больше активничаю, чем где-либо еще. А вообще еще заходите в Дискорд. Там у меня общаются мои сладкие булочки. Все ссылки можно найти в описании. Ну или сейчас у меня мои модеры быстро вам скинут ссылки. Розыгрыш, да, в конце стрима, да. Тренировалась ли я перед стримом? Ну я спела пару раз Be a Flower, а остальное нет. Остальное мы в принципе, вот вы ко мне на Twitch не приходите, а мы там каждый стрим поем. Пару раз, пару песен, пару каверов. Так что я советую вам посмотреть закрепленное сообщение, найти ссылку на мой твич и подписаться на мой твич. А, в смысле, не подписаться, а зафоловить. Господи, я все еще... Подписка просто на твиче это немножко другое. Подписка это когда ты платишь денежку. А вам нужно бесплатно зафоловить, вот. Стрим следующий будет в среду. В среду, в пятницу, субботу и воскресенье. В среду у нас коллаб, а вообще я обычно стримлю по... получается... Пятница, суббота, воскресенье, вот. Ой, простите, пожалуйста. Куда я попал? Круто ты попал на ТВ. Ты звезда, сатинист и мой окурок теперь. Привет! Где я живу? Я живу в Великобритании уже почти 6 лет. 5,5. Есть ли вероятность, что мои соседи меня слушают? Ну, чтобы они меня услышали? Единственное, когда мы можем друг друга слышать, это когда мы выходим все в коридор. Типа в подъезд. Но это у нас не совсем подъезд, у нас скорее коридор. Между квартирами. Вот. Блин, ребята, я сейчас слово «дети» поставлю в запретные слова и...
ваши вопросы про детей будут автоматически блокироваться. Вместе с вашими сообщениями будете блокироваться вы. Так что я думаю, что вам лучше перестать задавать этот вопрос. Это очень некорректно. Окей? Мое тело, мое дело. Хорошо? Спасибо. Сколько людей? Ноль. Слава Лайм. Меня никогда никто не узнавал на улице, ты шуй. Ты шу? Ну я думаю, я не знаю, узнал ли меня бы кто-нибудь сейчас, если бы я прилетела, допустим, в Москву или в Питер. Я думаю, узнали бы только те, кто знает, как я выгляжу. Но пока я живу в Великобритании... Нет, меня никто не узнает, только мои друзья. Да, у меня есть дети, это вы. Вы мои дети. Yes, yes. Рум-тур? Не, ну, может быть. Может быть, когда я... Когда мы переедем в Манчестер и снимем дом. Может быть, тогда... Ну, вообще нет. Вообще нет. Максимум, где вы можете увидеть, так сказать, мою обстановку в квартире, это у меня в телеге. Я иногда там выкладываю всякие фотки, видео. Но такое бывает очень редко. Вот! Нет, я не читаю мангу. О, вы из Англии? Получается, что так. Мать 500 тысяч детей. Это правда. Это правда. Почему нельзя упоминать других стримеров и кавер-вокалистов? Потому что... Я... Не знаю. Привет, Сати. Привет. Есть две песни. Hi. Одна миленькая, Ads Ampersand Tense. Вторая похабная, Rabbit Ole. Какую сама закаверишь, а какую подругу спеть заставишь? А если серьезно, будут ли хоть на одну из них кавер? На одну из них будет кавер, да. Потому что, не знаю, у нас так не принято. У нас так не принято в сообществе витуберов. Если вы приходите ко мне смотреть на меня и слушать меня, я хочу, чтобы вы были только со мной и думали только обо мне. Я хочу, чтобы вы были только моими. Сегодня, здесь, сейчас. И не думали ни о ком больше. Как-то так, как-то так. Как-то так. Я dead inside? Нет, я не dead inside. Хотя у меня бывает такое иногда настроение. Да. Бывает, бывает такое настроение, да. Например, вчера. Вчера у меня было очень плохое настроение, и я чувствовала себя dead inside. Но сегодня у меня прекрасное настроение. Я проснулась, я не выспалась, я попила кофе. Я выпустила кавер, я довольна. О, все, у меня приложение Ютуба на телефоне сдохло. Найс. Капец. Вы сломали мне приложение ютубовское на телефоне. Капец, вы что такие активные? Я токсик? Ой, ой, если честно, я не знаю. Но обычно я не обсуждаю других людей. Я их не осуждаю. Я их не поливаю грязью. Я, в принципе, не люблю говорить о других людях. Потому что... Не знаю, как-то это, наверное, не очень хорошо, знаете. Как-то я себя... Я не так воспитана! Я не так воспитана! Почему Великобритания, а не Япония? Потому что в Великобритании живет мой муж. И когда мы с ним познакомились, он как раз проживал в Великобритании. И чтобы мы больше не расставались, я переехала к нему. Вот. Потому что ему бы ко мне было намного тяжелее переехать. Ой! Какие раньше слушала рус певцов или рус группы? Ой.
Ну, вообще, в детстве я очень любила слушать Сережу Лазарева. И эту, как ее? Господи, я уже забыла, как их зовут всех. Полина Гагарина, кажется. Ну, это максимум. Нет, ой, я знаю, у меня папа очень раньше любил петь шансон. И он пел очень много этого, Стаса Михайлова. Вот я его еще слушала. Но только не в исполнении Стаса Михайлова, в исполнении моего папы. Где я жила до Великобритании, в России? В Питере. До Питера я жила у себя в родном городе. До этого я жила в Тюмени, училась. До Тюмени я жила у себя в родном городе. Вот. Как-то так. Мой уровень английского — говно. Я понимаю английский, но я плохо на нем говорю. Я не знаю, мне кажется, так у всех, но это, скорее всего, из-за недостатка опыта. Из-за недостатка практики. Потому что, типа, ты выходишь на улицу в Великобритании, идешь в магазин, тебе там ни с кем не надо общаться, потому что везде есть кассы самообслуживания. Просто хикарь выходит, ни с кем не общается, просто делает покупку и уходит домой. Ну, примерно так я и живу. Что посоветуешь из заведений в СПБ, если еще помнишь? Ой, это надо к моей сестренке лучше. Я сейчас помню только... Возможно, то, что я помню, скорее всего, уже закрылось, но я не уверена. Блин, слушайте, там был какой-то корейский, типа, корейская кафешка. Ой, слушайте, я не помню. Еще раменная была очень вкусная. Блин, сестренка, если ты здесь, как называлась эта корейская кафешка? Где мы заходили еще очень часто и кушали там всякие бибимбабы или как их там. Я уже не помню. Да, я сетеофоб. Exactly. Я не помню, где это было. И я не помню, как называется. Что-то там было где-то. Я уже не помню, как назывался этот... Как называлась эта кафешечка. Но там было очень вкусно. Очень вкусно. Вот. Так что лучше меня не спрашивать. Я уже ни хрена не помню. И скорее всего то, что я помню, уже все. Скорее всего уже не работает. А скорее всего даже в Питере намного лучше рестораны открылись. Вот. Концерт. Так вот у нас сейчас концерт. Только у нас концерт с общением. Нет, не Чико. Как-то по-другому называлось. Я уже не помню. Привет. Привет. Когда следующий кавер? Сегодня. А когда следующий после сегодняшнего, я пока не знаю. Он еще делается. Он еще в разработке. Вот, а потом уже подумаем. Потом уже как получится. Ну что, следующая песня? Кориана? Блин, я не помню, может быть. Оно еще где-то в центре было. На... О, господи, я уже даже не помню, как улицы назывались в Питере. Возможно, Кориана, возможно. Я точно не помню. Сейчас я открою Google карты. Google Maps. Даже не помню, где мы с сестренкой раньше жили. В Питере. Как называлась улица. Ой-ой-ой. Так, где у нас Санкт-Петербург? А, вот он. Ща, я вспомню. Слушайте, раз я карту открыла, так я сейчас прям и посмотрю, как называется эта штучка. Ой, так. Ориентироваться. Что такое ориентироваться?
Ой, блин, слушайте. О, кажется, нашла. Невский! Невский проспект! Да, Кориана Лайт! Да-да-да-да-да! Вот мы туда с сестренкой ходили очень часто. Во! Да, вот. Туда мы ходили. На Невском, на Невском. Вот. Ну, я не знаю, как сейчас там готовят. Насколько вкусно. Еще была какая-то очень вкусная раменная. Но это уже я 100% не вспомню, как она называлась. Вот. Да, стрим сохранится. Да-да-да. Как я придумала дизайн своего персонажа. А мне всегда нравились розово-волосые персонажи. Не знаю почему. Мне очень нравилось раньше ставить... Мегурина... Нет, подожди. Лука. Лука Мегурина же? Подожди. Короче, Вокалоид. Мне очень нравилась всегда Инори из Guilty Crown. Мое любимое аниме, кстати. Кто еще? Ну, в общем, мне... Ярумен! По-моему, Ярумен, да. Я не помню точно. Ну, в общем, давайте петь. Как я тему сменила. A million miles away. О, кстати, блин, слушайте. Довольно сложная песня тоже, но медленная. Будем петь нежно. И рыдать. Кстати, от этой песни я тоже плакала. И когда пела кавер, тоже плакала. Thank you.
так. Я сейчас разревусь. Почему, когда я пою это ла-ла-ла, я начинаю плакать? Ла-ла-ла, ла-ла. Обещание. Божечки! Это я... Я не знаю, почему я всегда, когда начинают петь ла-ла-ла, я... Всё, у меня ветру, я сразу в слезы. Это песня из фильма аниме «Красавица и дракон». Вот. Еще я рыдаю, когда пою... первый эндинг из Guilty Crown, это которая «Я знаю никогда, та-ра-ра-на-на-на-на-на». Вот этот. Я тоже постоянно под конец начинаю рыдать. Я как-то на Твиче разрыдалась и не могла петь. Ой. Какой мой мейн в Геншине? Ой, слушайте, это сложно сказать, потому что у меня сейчас очень много мейнов. В основном это Нювлет плюс Фурина, Навия плюс Фурина и Сяньюнь. Сейчас я себе выбила я и Мику и это пытаюсь ее мейнить. Галочка, спасибо, чат, спасибо за галочку, спасибо. Я забыла, я настолько растрогалась, что я забыла поставить галочку. Спасибо большое, что напомнили. Спасибо. Какие мои каверы доводили вас до слез?
Расскажите мне, сегодня мы говорим обо мне. Да, Корона Грешника, я-я-я, это мое любимое аниме, Guilty Crown. Вот. Когда розыгрыш, в конце стрима, мы почти уже подошли к концу. Нам осталось спеть 3 песни. И будет розыгрыш. Вот. На прошлогодних записях голос отличается. Потому что, когда я стримила с вебкой, я очень сильно стеснялась. Очень сильно стеснялась. Вот, поэтому, да, я очень, как бы это сказать... Когда я разговариваю спокойным голосом, стеснительным, он у меня немного ниже. То есть вот я сейчас спокойно говорю, и вот он у меня ниже. Но когда я говорю в полный голос, и когда мне весело, он у меня вот такой. Yes! Клыки! Могу поближе показать. И пока. Зачем вам розыгрыш? Ну не знаю. Кому-то хочется от меня подарки. Я тоже очень хочу вам подарить. Кстати, по поводу ковриков. Единственное только, что я их вам не сразу отправлю. Победителям. Потому что они еще делаются. Они где-то только в середине апреля будут готовы. Вот. И да, только вот после середины апреля я смогу отправить победителям коврики. Но подписку на Яндекс.Музыке я сделаю сразу. Да. Со скольки лет я начала увлекаться пением? Лет где-нибудь примерно с 6. Когда в садике на выпускной в садике, да, мы с девочками пели «Облака». Белогривые лошадки, облака, чтобы мчитесь без оглядки. Не смотрите вы, пожалуйста, с высока, а по небу прокатите нас, облака. Вот эту песню мы с девочками втроем с моими подружками пели на выпускном в садике. Вот, и с тех времен я пою. Мы с папой очень часто пели. Я уже в начале стрима рассказывала, что у меня папа был руководителем кружка. Вот, и мы с папой часто пели вместе песенку «Мамонтенка». По синему морю к зеленой земле плыву я на белом своем корабле. На белом своем корабле. На белом своем корабле. Я еще тогда петь просто плохо умела. И я всегда пела, знаете, тихо, не в полный голос, не грудью, а типа «По синему морю к зеленой земле плыву я на белом своем корабле». Вот так я пела, очень тихо. Поэтому папа пел со мной, чтобы было хотя бы кого-то слышно. А потом где-то лет в 14-13 я... сидела дома одна, всегда дожидалась, пока я дома одна останусь. И я тогда очень полюбила Деми Ловато, смотрела фильмы с ней, сериалы с ней, слушала ее песни и пела ее песни, пока дома никого не было. Я орала во весь голос, и с тех пор я умею громко петь, вот. Моника под прикрытием, потому что только что сказала, хочу, чтобы... Да, конечно. В смысле? Только я. Сегодня здесь с вами только я. И вы только мои. Может быть, я стеснялась петь, да. Но я на самом деле просто не знала, как петь громче. Но, скорее всего, да. Скорее всего, я стеснялась, да. Да, я играла в доки... Причем я играла в Доки-Доки на Ютубе. Я стримила Доки-Доки Literature Club на Ютубе.
свою модельку. Может быть. Может быть. Может быть. Может быть. Джесати, 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 Джесати. Нет, мне не нравится играть в шутеры. Единственный шутер, который мне нравится, это Genshin Impact. Но там из звука надо стрелять. Не, ну а чё? Можно тоже шутером считать. Есть какой-то совет людям, что стесняются своего голоса? Ну, не знаю, я преодолевала это, когда дожидалась, пока все из дома уйдут. Оставалась одна, включала на весь дом песни Деми Ловато и орала их, пока никого дома нет. Скорее всего, так я перестала стесняться своего голоса. Вот. Или из пушек в ивентах, да, е-е. Palworld? Да, блин, слушайте, а можно Palworld считать за шутер? Я самоучка, Но я ходила в хореографическую школу. Это школа, где тебя учат танцам, всяким разным видам танцев. Нас там учили немножко сольфеджио в начальных классах. Что еще там было? А, меня учили на фортепиано там играть целых 5 лет. Так что я немножко умею. Вот. Я думаю, что у меня, в принципе, от папы по наследственности перешла. Перешел такой небольшой талант к пению, который я потом дальше сама развивала. Такие дела. Так, подождите, у меня тут солнце прям в компьютер светит. Закрыть его, все, кайф. А то мешает, прям в глаза долбит. Ух. Нет, сейчас на Twitch не дублируется. Станцуешь? Не, мне, кстати, до сих пор снится, как я хожу на уроки в хореографическую школу, и постоянно меня не получается ничего сделать. Никакое па, никакие движения вообще не получается. Постоянно, я даже прыгать не могу. Меня не получается прыгать во сне. В общем, все очень плохо. Будет коллапс с папой. Но если ты мне его воскресишь как-нибудь, тогда будет. А вообще папой у меня не стало, получается, уже 11 лет назад. Вот, так что, к сожалению, нет, коллаба не будет. Насколько сложно быть певицей? Не знаю. Мне не то чтобы сложно. Это просто единственное, что я умею делать. Единственное, что мне доставляет удовольствие. Помимо стримов, конечно же, теперь. Я играю в гачу, yes. И я китенок. Я китенок. Я немножко... Да, я не советую и не пропагандирую, но я кит. Exactly. В смысле, зачем так шутить? Я только правду вам рассказываю. Много лет назад окончила школу. Много. Много. Я, скорее всего, старше большинства вас... Большинства из всех вас я, скорее всего, старше. Какая у меня мечта? Ну, на данный момент переехать в Манчестер, где чуть-чуть подешевле квартиры стоят. Точнее, жилье, не квартиры. Мы хотим дом снять. Вот, снять дом и завести собаку и котика. Очень хочу. Очень хочу. Я медведь. Видишь, ушки круглые. У меня еще сзади хвостик есть короткий.
Но я не покажу. Я стесняюсь. Я самоучка, но у меня есть небольшая база в виде сольфеджио, которая меня учили 8 лет. Которому меня учили 8 лет, да, когда я была совсем маленькой. Почему рыба — это не мясо? Что это за вопросы? А что тогда, если рыба — это не мясо? Какие-то сложные у вас вопросы, я не настолько умная. Я не настолько умная. Все, что можно съесть, для меня мясо. Ой, ну я имела в виду, ну в смысле, все, что живое, это мясо. Ой. Все живое, что можно съесть, это мясо. Сегодня новая песня, ребят, на канале вышел новый кавер. Рыба это рыба. А этот вопрос это мем? Фак! Я как обычно не понимаю, когда вы шутите, а когда вы серьез. По поводу конкурса, если уже заказали коврики, будет рерол или можно будет отдать другому человеку? Ты можешь сама решать, что делать со своим призом, если у тебя уже есть такой коврик, так сказать. Если ты выиграешь Кимека коврик, то, не знаю, можешь переслать Ванюше, если захочешь. В общем, да. Делайте со своими подарками все, что захотите, мои сладкие. Я модельку не анимировала. Анимировал мой папа, Витуб папа. Финн Флинт. А модельку рисовала моя Витуб мама. Феликс Кахай. Которая, кстати говоря, рисовала на очень многие каверы. А папа Финн Флинт еще пока не на многие каверы рисовал мне артики. Но тоже скоро будет. Скоро будет. Можешь перевести... Нет, ребят, я не отвечаю на вопросы по поводу каверов. Вы опять не читаете описание. Простите. Как я набрала команду? На самом деле, я вот так называю, да, своей командой, ребят. Но на самом деле, это просто люди... они даже не знают, что они состоят в моей команде. На самом деле, это просто люди, которым я максимально доверяю. С которыми мне максимально комфортно работать. Я практически работаю только с этими людьми. Поэтому я их считаю своей командой, хотя они об этом не знают. Давай следующий кавер. Давайте. Показать модельку в полный рост? Могу. И чё? Вот. Это я в полный рост. А это я в купальнике. А! Нет! У меня не четыре руки! Оу, щит. Вы ничего не видели? А это я в костюме горничной. О, давайте так и останемся. Мне нравится. Да, Mind Brand сейчас будем петь. Хай. Когда у меня день рождения? 14 января. Он уже был. Мы на Твиче отмечали. Я тоже устраивала небольшой концерт. Так, ладно, да, давайте реально петь дальше. Что тут у меня? Mind Brand? Раз, раз, два, три, четыре, пять. Mind Brand, погнали. Приготовьте свой зад.
Девочка, дамочка залетная, что так слаба напередок. У тебя стыда не больше, чем у дырки между ног. Думаешь, порядочности ты любому фору дашь. Пара скинь крупицы мозга, кто поверит в эту блажь. Постой-ка, молодец, да разобраться, что ты за урод такой. Вечно думаешь головкой, а совсем не головой. Обесчестил девушку и с неба обещал звезду. А потом последним разе под шумок свалил в туман. Разойдемся, а иначе вмиг слушок падет про нас. За участливой гримасой гнусно прячется сарказм. От нас пеших лицемерных, кажется, уже тошнит. И для нас без вариантов отдано приветливо открыть. Котел уже кипит. А где-то в земле на глубине счастье свое царит навеки. Пусть среда и доблесть рыцарь, ведь проигран бой. Близости жар и ссоры пожар, вся наша любовь сожгли без следа. Может быть, об этом забыть сумею, обрести покой. Приготовьте свой зад. Приготовьте свой зад. Вся кожа шрамами покрыта, словно неудачливый солдат. Милый мой, ты этой боли несомненно будешь рад. Или вновь упершись рогом, возражать не поспешишь. Мал пока что пчелкать клювом и совсем не зная жизнь. Как теперь мы поступаем, нужно влиться в коллектив. Лишний раз тут не светись. Кто попутал ориентиры, вот заблудшая душа. Мы ступеньки к будущему, наша жизнь не стоит ни гроша. Понять давно пора. А в ярких шелках, куда я страх, счастье ее на части рвется. И рыдает горько героиня, перебрав сценарий свой. Чувства мои приют не нашли, и сердце на них не отдавется. Может быть, об этом забыть сумею, обрести покой. Я храбрюсь, но опять всплывает мой обман. Притворяюсь, но хлещет кровь из старых ран. Их не спрятать, никак не залатать теперь. Это больно, и не осталось сил терпеть. Пусть день за днем мы были вдвоем, но так мимолетно наше счастье. От воспоминаний этих радостных меня берет тоска. Как обнимал и целовал с улыбкою на. Хочется просто позабыть не навсегда. Приготовьте свой зад. Свой зад. Боже, как мне нравится эта песня. Перерывчик, пожалуйста. Небольшой. Ой, блин, а у меня... У меня бот оповещает о рулетке, а я рулетку отключила. Надо убрать. Так, Индус, мне мой модель предложил в конце стрима включить кидание предметов и подпаты. В принципе, можешь включить сейчас, и ребята на Ютубе увидят, что такое быть на Твиче. Что значит использовать баллы канала и бить стримера? Если они, конечно, будут работать, пока... кстати, да, то, что если вы можете увидеть, за мной летают всякие смайлики по экрану,
Это у меня сейчас там это, на Твиче чат активничает. С смайликами кидается. Кидается. Галочка! Точно, спасибо большое. Точно, точно. Благодарю, благодарю, господи, чат. Вы такие умные. Ой! Спасибо! В смысле? Можно бить. Я разрешаю. Я разрешаю. Если оно, конечно, будет работать, пока у меня на Твиче онлайн. Вы чаще поете головным или грудным регистром? Чаще грудным. Но когда грудное уже все, я переключаюсь на головной. Только... Если так можно назвать. Во, слайм прилетел в голову. Нет, на Твиче не стрим. Но у меня ребята с Твича сидят там сейчас в чате. И это, и тусят что-то. Мне, кстати, даже интересно, что они там пишут. Дайте я посмотрю. Ах вы! Ах вы! Тихушники! А кавер голосом Милфы, так я... Так я ж пела. Я ж пела сегодня уже. Капец. Забрасывают. Режим пения. Не, Пепе, пока нет. Мы сегодня без режима пения, потому что мне нужно сохранить свой голос на последние две песни. Ай. Все. Почему сразу по 10 при... Блин! Ай-яй! Зачем сразу по 20? Чат! Успокойтесь! Все! Мы им показали! Мы им все показали! Все, хватит меня бить! Эй! Да, на меня можно сделать косплей. Главное, чтобы он был... не хорни. Избиение стримера! Что происходит? Это у меня ребята с Твича балуются. Балуются в чатике. Избивают меня. На Твиче можно избивать стримера, если что. Так вот. Забулили, да, забулили стримера. Киньте... Да, кстати, у меня там можно кидаться промогемами. Ой, хорошо. Избили нашу Сати ни за что. Да я сама разрешила. Так, а чё? Подождите, а по-моему подпад юзать нельзя. По-моему подпад без стрима нельзя юзать, кстати говоря. Блин. Ну я, значит, сама. Я сама себя поглажу. Так, сейчас. Да. Йоси. Как хорошо, когда тебя гладят по голове после избиения. Хорошо. А я не кошка! Я медведь! Я медведь! Нет, сегодня будут песенки только из списка. Список вот тут у меня. Слева! Внизу! Вот так вот они меня любят на Твиче. Модельку в полный рост в разных стилях. А можно посмотреть? У меня у мамы, у Витуб мамы есть группа ВКонтакте. Вот. И там можно найти мои костюмы все. По-моему, даже в полный рост, если я не ошибаюсь. Я могу ошибаться. Я уже была в озвучке, я оттуда ушла. Мне немножко надоело. Вот. Да, никто не погладит себя, пока не себя не погладишь, да.
Себя не погладишь, никто не погладит. Как я реагирую на рисунки подписчиков? Отлично. Присылайте мне свои рисунки. Либо в ВК у нас есть специальная группа с подарочками. Вы можете меня тегать в ВК. У себя в группе. Отмечать меня, и я буду репостить ваши рисунки. Вот. Или можно зайти к нам на Discord-сервер и туда кидать свои рисунки. Куда удобнее. Вот. Геншин или Star Rail? Геншин. Геншин навсегда в сердечке. Но Star Rail я тоже люблю. Мне нравится его сюжеточка. Особенно Пинакония сейчас. Очень жду продолжения. Готова к масс-атаке? Нет! Нет, они хотят меня сильно избить! Меня хотят избить! Меня чат с Твича хочет сильно избить. Нет. Я готова. Я готова. Ладно, у вас просто огромная задержка, поэтому я в любом случае готова! Как же больно! Фух, все. Меня зовут Сати Акура. Сатира Акару. О, все. Хорошо. Хорошо. Кнопка выключения у меня в руках. Я знаю, я знаю. Да, я играю в жертву. Блин, за что? Авалон, зачем ты меня раскрываешь? Зачем ты меня палишь? Зачем ты меня палишь? Да ладно, ребят, мы так на Твиче развлекаемся. Капец. Садисты и мазохисты у меня на Твиче получается. Я мазохист, а они садисты. Вот такие дела. Какой кавер я озвучивала голосом Милфы? В смысле? Ну, Be a Flower. A Million Miles Away. Вот. Так что? Да, я наряд поменяла. Меня тут просто просили показать модельку в полный рост, и я сразу заодно показала все свои костюмы. Кстати говоря, олды знают, что такой костюмчик у меня существует в реальной жизни. У меня есть косплей на саму себя. Точнее, этот костюм рисовался с моего платья горничной. Алды знают, алды видели меня в реальной жизни в этом костюме. Я люблю своих подписчиков, конечно. Но я не буду продаваться за свою любовь и за вашу любовь. Поэтому, если ты хочешь у меня что-то выпросить, я сразу скажу, что я не буду это делать. Сквозь слезы я притворяюсь кошкой в моей озвучке, смотрела Мирослава. О, ну да, возможно, я озвучивала эту полнометражку. Пельмени? Да, люблю, люблю. Но у нас здесь, в Великобритании, нет нормальных пельменей в магазинах. Поэтому я ем свои пельмени, сама стряпаю пельмени, когда у меня есть время. А у меня на стряпню пельменей было, ну, раза два, наверное, времени за все мое проживание в Великобритании и за все мои почти 6 лет. Любимый цвет? Розовый? Мятный? Персиковый, нежно-фиолетовый, нежно... Какой-нибудь еще. Я люблю нежные цвета, пастельные. Пастельные цвета люблю. Ой. Такие дела.
Можешь сказать, пожалуйста, как зовут твою YouTube-маму? Феликс Кохай. Коха, напиши что-нибудь в чат. Сейчас она напишет в чатик. Можете вот и ее ник скопировать. Феликс Кохай. Интересно, почему розовый? Не знаю. У меня был период в жизни, когда я ненавидела розовый. А потом настал опять еще раз один... Русский язык — это что? Настал момент, когда я снова начала любить розовый. Не знаю почему. У меня, видимо, был такой, знаете, бунтарский подростковый возраст, когда я думала, что розовый — это для детей. А потом я переросла. Вон она, вон преступник, вон она. Подожди, кстати, мне надо, наверное, тебе... Дай-ка я тебе дам. Где ты у меня, Коха? Я потеряла, а все, нашла. Дай я тебе дам модерку, чтобы тебя было лучше видно. Вот так. Вот, теперь тебя будет лучше видно. Астра, привет! Астра, здравствуй! Все, да, теперь мою маму будет лучше видно. Повышение! Хай! Вон она, с ключиком, вон она. Вон, ловите преступницу. Почему я стала ютубером? Потому что это удобно. Вообще, быть ютубером очень удобно. Потому что вы можете проснуться за 10 минут, почистить зубы, налить кофе, сесть за стул, на стул, включить YouTube Studio и стримить 6 часов. Никакого макияжа, ты сидишь в трусах, стримишь, никаких проблем, никаких забот. Витубер парень, нет, витубера парня у меня нет, но у меня есть муж-вокалист, который делает каверы, прям как я, но только он делает каверы на английском языке. Вот. В Honkai Impact я не играла, но мы как-то на Твиче смотрели весь лор Honkai Impact. Вот. Так что я примерно секу за лор. Примерно. Это не тот самый Феликс Сюрпризен. По-моему, Коха брала как раз-таки оттуда этот вдохновение, да, Кох? Ты же от того Феликса, да, брала? Или от какого другого Феликса ты брала вдохновение для своего ника? Нет, кавера на Домикана сегодня не будет. Сегодня, вот, видите, в нижнем левом углу списочек песен, которые мы сегодня поем. Вот. Только его поем сегодня. Раздачу нет, еще не проводили. Но через две песни будут. Ссылку на мужа? Если вы обещаете написать ему в комментариях по-английски, то дам. Ты такая каваитян, девочка или тетя? Ну... Вообще, меня все еще спрашивают паспорт, когда я покупаю напитки для взрослых. Так что, выгляжу я как девочка, но вообще я уже тетя. Да. С кошачьего корма? Вот, ну, в принципе, что там, везде коты. Что Феликс из аниме, что ты... Что корм, везде котики. Везде котики. Котиков мы любим. Как я переехала в Великобританию? Мы с Димоном встретились. Мы познакомились, влюбились. Он приехал сначала ко мне в Питер из Великобритании. Потом мы поняли, что мы не хотим расставаться. Он сделал мне предложение на мой день рождения. И мы начали подготавливать документы к моему переезду. Вот. И я переехала в Великобританию. Каверы я делаю, ну, где-то примерно 10 лет. Прям сколько сейчас моему каналу лет исполняется. И за 10 лет мы достигли 500 тысяч подписчиков.
писечек. Вот, так что да, такие дела. Мой муж, он из Латвии родом. Он латыш, русскоязычный латыш. Вот, он просто переехал в Великобританию, чтобы учиться на звукорежиссера. И так получилось, что когда мы с ним познакомились, он как раз жил в Великобритании. Вот. И я к нему переехала. Такие дела. Хай. В пенсионный фонд? Не хочу. Я вообще не знаю, как я буду. Мне вообще, по сути, по-хорошему надо на пенсию самой копить. Потому что я музыкант, работающий сам на себя, самозанятая. И пенсия у меня нигде не копится. И мне надо когда-то ее начать копить, наверное. Но пока что я этого не делаю. Когда петь будем? А давайте сейчас будем петь. Итак. Это мой настоящий голос. Да. Да. В смысле? Ты чё, Брокин, офигел? Хентай — это топ. Не надо тут это оскорблять людей, которые пишут про хентай. Хентай топ. Не надо оскорблять хентай. Мы все любим хентай. Окей, тогда давайте будем петь. Там, парам, пам, парам, парам. Кавай, кути, гуми. Погнали. Я себя люблю так сильно, что иногда балую. А разве это плохо? Завидуешь, наверное, странностью считаешь особенность такую. На ворох этих мнений мне как-то все равно. Я достаю любимый свой наряд, я наношу любимый макияж. Осталось только хвостики в порядок привести и готова идти, хоть одна под зонтом. Не волнуюсь о том, ведь я счастлива за то, что я милашка, извини, что такой была с рождения, извини. Чу, что я заметна, извини, что тебя волнует это, извини. Чу, что я милашка, извини, и что быть стараюсь лучше, извини. Чу, что я прелестна, извини, что нежна и утонченна, извини. Если вдруг тебя злит это, то смирись. Спасибо за донат! Диабло! Ай, я не слышу, что ты говоришь! Спасибо большое! Я потом прочитаю твой донат! Спасибо! А, текст! У тебя ведь, несомненно, есть и свои заботы, а потому не стоит моих проблем касаться. Говоришь по дружбе, советуешь мне что-то, подобных предложений не принимаю я. Мне туфли на платформе так идут, и рюкзачок любимый тут как тут. Заколкой свою чёлку усмирила я почти и готова идти. Показалось им, что согласна на всё, это даже не смешно. Чу, что я милашка, извини, что живу в такое время, извини. Чу, что выделяюсь, извини, что в толпе глаза бросаюсь, извини. Чу, что я милашка, извини, что всегда я осторожна, извини. Чу, что искренная, извини, что глаза опять мозолю, извини. Если вдруг тебя злит это, то смирись. Пристрастия мои высмеивать вольны, люди каждый на свой лад. Больше не боюсь, и я не изменюсь, как все того хотят. За себя моменты сложные сама же постою, ведь то, что мне важнее всего, в обиду не даю. Не собираюсь потакать я мнением чужим, вот как желаю жить.
что я милашка, извини, что такой была с рождения, извини, чу, что я заметна, извини, что живу себе на радость, извини, чу, что я милашка, извини, и что быть стараюсь лучше, извини, чу, что я прелестна, извини, что нежна и утончённа, извини, если вдруг тебя злит это, то смирись. Ой, спасибо за подарочную, за подарочный этот мембершип, Брайан! Та-та-ра-та-ра-там-там-там. Брайан, спасибо! Спасибо, Брайан! Чу! Блин, у меня очень часто спрашивали, почему я пою именно чу. А потому что если бы я пела чмок, я бы не могла отделаться от... Ой, Эндо, спасибо за подарочную мембершипочку! Если бы я пела чмок, я бы не могла отделаться от ощущения... Эндо, спасибо! Я бы не могла отделаться от ощущения, что я пою чпок. Или чмок. Спасибо, Индус! Спасибо, Брайан! Спасибо вам! Спасибо огромное! Love it? А сегодня love it не будет! Галочку надо поставить! Я забыла галочку поставить! Может, в следующий раз! Вообще, если вам нравится такой формат, приходите ко мне на Twitch! Мы стримим каждую пятницу, субботу, воскресенье! Юрка, спасибо! Привет, Сати! Ай. Первый раз попал на твой YouTube-стрим! И там мы поем! Сделано очень качественно. Hi. И прелесть в обеих реальностях, подчеркивание циркумфлекс. Ой, подчеркивание циркумфлекс. Спасибо. Спасибо большое, Юра. Так, Диабло там еще присылал донат, дайте я прочитаю. Добрый вечер или день, с праздником. Спасибо за твой труд. 500к – это результат твоего упорства и отдачи своему делу. Юу. TRY2200 from iOS 7JB Pro. Thank you so much for the donation. Thank you for the tip. Thank you so much. Поэтому твои каверы самые лучшие. Желаю всего самого наилучшего. Спасибо большое, Диабло. Спасибо. Посыпочки. Вот. Какой хентай? Разный. Очень много. Ой, простите, пожалуйста. Более 2000 серий точно озвучила, поэтому я вам прям так сразу и не скажу. Вам нужно просто зайти или куда-нибудь, не знаю, куда, где вообще вы ищете обычно что-то. Яндекс, Гугл, просто набрать Сати Акура Хентай, все. Найдете все, что нужно. Главное от родителей спрячьте свой экран. Сколько примерно я делаю каждый кавер? Но учитывая, что я не одна работаю, меня обычно аранжировки изготавливаются, ну, где-то, ну, минимум две недели. Но обычно больше, обычно месяц, иногда даже два. Потом записываю вокал я за один день. Но у меня это занимает часа 3-4 где-то, или около того. Потом обработка вокала идет. Потом обработка вокала идет от звукорежиссера, там накладывают всякие эхо, компрессию, всякие разные эффекты. Вот. Так что, в принципе, это довольно много времени занимает. Пока делается аранжировка, пишут текст. Я заказываю текстики. Ну, в смысле, перевод, адаптацию. Это не просто перевод, это адаптация. Потом, когда вокал готов, у меня к этому времени тоже уже, скорее всего, художники и аниматоры сделали клип. Вот. И, ну, обычно занимает 2 недели-2 месяца. Иногда больше. В общем, сложно. Как научиться другому языку? Ну, нужна практика как можно больше.
Я вот смотрю очень много контента на английском языке. Сериалы на английском языке смотрю. В Genshin играю на английском языке. Да. Очень многие ко мне на стримы приходят, слышат английскую озвучку и такие: фу, ну и говно, как ты в это играешь? А я такая: а мне нравится! Иди слушай свою японскую озвучку у себя в игре. Да, розыгрыш в конце. Хай-хай. Капец, что-то я так устала и вспотела. Чат, вы такие горячие. Рулеточка. Не, скорее всего, сегодня рулеточки не будет, потому что, как мне вначале там надонатили, там рулетка чуть ли не сломалась. Так что, да. Ой, хорошо. Показать сердечко? Могу. Люблю вас всей душой. Не устала от работы на ютубе за все 10 лет? Но на самом деле работой мой ютуб, моя музыка, в принципе, стала только последние 2 года. До этого это было как хобби. Поэтому нет, не устала. Я настоящий человек, я не нейросеть. Не все витуберы нейросети. Нейросетные витуберы, их только 2, по-моему. Из тех, кого я знаю. Так что, да, я человек. Я человек. Даже можно где-то посмотреть, как я выгляжу. Я не скрываю. Каверы по Милграм? Нет, я не планирую. Но я вам советую подписаться на Хиган Банбан. Она сейчас делает каверы по Милграм. Вот. Можете просто на ютубе вбить Хиган Банбан и найдете. У нее классные каверы по Милграму. Так что советую. Петь песню про айдола? Нет, мы уже сегодня айдола пели. Кто не успел, тот опоздал. Простите. Какие нейросети стримеров я знаю? Ну, нейросама. И какая-то там mother. Какая-то там мать. Какая-то... Я не помню полный ник. Какая-то там mother. Я обычно провожу стримы на Твиче. Но там должно быть у вас закрепленное сообщение. Можете его открыть. Там есть ссылочка на Твич. Мы проводим стримы каждую пятницу, субботу, воскресенье. Но иногда я ухожу в отдых. Иногда у меня плохое настроение, я отменяю стримы. Ну да. И обычно на Твиче мы очень часто поем песенки. Вот, поэтому если вам нравится сегодняшний стрим, можете... Можете переходить ко мне на Twitch. Это самореклама. Лицо... Алёша! Алёша! Очень легко найти, как я выгляжу. Просто вбей в поиск Сатякура фотки. Найдешь. Обещаю. Да! Потому что хорни только я сама могу быть. Только я могу быть хорни. А косплей? Нет, не хочу. Это совсем другой человек. Это буду не я. Если я буду делать косплей на себя, то, может быть, я смогу себе позволить быть хорни. Я твой олд и очень рад, что ты до сих пор горишь в своей деятельности. Продолжай в том же духе, а я продолжу с удовольствием слушать твои каверы и не буду забывать о старых. Спасибо большое. Спасибо огромное. Хай. Как я реагировала на 10 тысяч подписчиков и на 100? Если честно, я не помню. По-моему, я просто писала благодарственные посты в своих соцсетях. Не помню. Я не помню.
Это было так давно. Ой. А может, мы даже тоже проводили стрим на 100 тысяч подписчиков. Я уже точно не помню. Мелодия играет, а у меня тут такой небольшая склеечка из разных миленьких бэкграундных песенок. Я не помню уже точно, как они называются. На 100 тоже был стрим? А, ну вот. Олды помнят, а я нет. Меня просто подменили. Я уже не та Садиакура, которая была 400 тысяч подписчиков назад. Нет, я не играю в яндеры игры. Кёфул Бак? Нет, вот, смотрите, тут в левом нижнем углу список песен, которые я сегодня пела и буду петь. Те, которые помечены галочкой, я уже спела. Ай. Мишку показать? Вот. Вот. Мой Мишка. Мой Мишка. Это вы, чатик. Я вас обнимаю и люблю. А это не настолько был созвон по скайпу. Я не помню. Капец. Как вы такое помните? Ужас. Нет, я не помню, Денис. Может, на 10 тысяч? Я не помню. Это было очень давно. Очень давно. Давать концерты? Так вот сейчас. Ну только это концерт такой. А, с общением. С привилегиями. А вообще, если ты имеешь в виду живые концерты в реальной жизни, скорее всего, нет. Потому что, во-первых, я живу в Великобритании, а во-вторых, я боюсь людей реальных. Спасибо большое. Снова привет. Куда можешь спеть? Опенинг аниме домикана. Не сегодня. Он очень сложный. Но спасибо за донат. Он очень сложный для живого пения. Так что да. Мать, давай уже петь! Ты понимаешь, что это будет последняя песня на сегодня? Вы точно хотите заканчивать этот стрим? Я могу спеть, но тогда мы проведем розыгрыш, и стрим будет закончен. Are you sure? Are you sure? В какие игры я играю? В основном это Genshin Impact, Honkai Star Rail. Недавно мы залипали в Palworld. Во что? О, мы еще недавно начали залипать в Евротрак Симулятор. Вот. Так что. Маринованный имбирь? Да, люблю. Но только я его люблю не с сушами кушать, не с роллами, а просто так. Я, наверное, странная. Хотите песню? Хорошо. 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 Я уже сижу на зарядке, чтобы телефон не отключился. Живи! Живи! Онигири? Да! Мы недавно... Ой, как недавно? Подождите, когда же это было? Это под Новый год мы? Или во время недели стримов перед моим днем рождения? Ну, мы, короче, на каком-то из стримов с вебкой стряпали онигири. Все вместе. Вот. Такие дела. А потом еще пекли печи. А, да, по-моему, это было во время недели стримов в честь моего дня рождения. Да, да, мы сначала постряпали онигири, а потом пошли стряпать печеньки. Ну шо? Sand Planet? Let's go, I guess. Это последняя песня на сегодня. А потом розыгрыш, и мы будем с вами прощаться.
Ну ладно. Ничего. Это ничего. А мы с вами встретимся еще. На Твиче, правда. Барханами раскаты грома слышно. Бесполезностью и смерти все тут дышит. Ни травинки на бледной равнине планеты из песка. Каждый день своей судьбы печальный узник. И раскололся на куски последний спутник. Держитесь дальше от забытой богами планеты из песка. Тут и там я брожу, как по кругу хожу. Не слыхать никому голос мой. Если кто-нибудь здесь до сих пор еще есть, отзовитесь, прошу, кто живой. Солнце упало камнем вниз, с ним увидимся завтра снова, бай-бай-бай. Пока силу есть вперед стремись, сожалений в душе твоей не оставляй. Небо расплыло как грозой, и раскаты как будто шепчут бай-бай-бай. Давай в этот раз подружиться, мы попробуем с тобой. Спасибо за донат, я потом после песенки прочитаю. Каждый день мы все рождаемся по новой, принарядившись, снова праздновать готовы. И задувая вместе свечи на торце, споем о чем-нибудь. Почтим всех тех, кто не поднимется из пепла. Вся наша жизнь одно безжизненное пекло. С могилы братской нам пора убираться, ведь ждет неблизкий путь. Эй, может быть, устроить тут рандеву, раз место лучше, чем пустыня, я не найду. Давай же, вот-вот-вот твой выход, смелый мой герой. Спаси меня невыносимо. Сорваться с места пора, прокричимся громко ура. В черно-белом зале полно мозаик, что сделано не вчера. Нажимая на курок, мы получим важный урок. И отыщем смысл всей нашей жизни среди разноцветных нот. Ярость словно огни жжет меня изнутри. Только ветра разносится вой. Если сердце стучит, не смолкая в груди, поскорее свяжитесь со мной. Плакать мужчине не к лицу, мы однажды сойдемся снова, бай-бай-бай. Что помнишь, не расскажи, прошу, эта песня ведет в моей фантазии край. Ладья прорезал пустоту, лишь укажешь им небеса и бай-бай-бай. Там замок раскинулся, к которому тебя сейчас веду. Мы яблоню вместе с тобой посадим здесь. Ну а прошлому скажем прощай. И после иди можно дальше свободно. Пою и танцую в такой чудный день. Мы яблоню вместе с тобой посадим здесь. Ну а прошлому скажем прощай. И после иди можно дальше свободно. Капец, я думала, там проигрыш. Солнце упало камнем вниз, с ним увидимся завтра снова, бай-бай-бай. Пока сил есть, вперед стремись, сожалений в душе своей не оставляй. Небо расколото грозой, и раскаты как будто шепчут бай-бай-бай. Давай в этот раз подружиться, мы попробуем с тобой. И пускай, но мы живы на планете из песка. Оу, щет, я заложала в конце. Ау! Yes, bitch! Так, слушайте, а я не придумала, как мы будем проводить розыгрыш. Мне надо как-то вам это на экран вывести, получается. Так, нет, подождите, там у меня был донат от Атанонимуса. Спасибо большое за донат. Привет, Сатечка, люблю тебя. Скоро ради твоих стримов Twitch установлю. Ура! Мы смогли перетянуть человека на Twitch! День прожить нельзя. Ой, что? Не зря! День прожить не зря. Ура. Жаль, что этого трека нет на Spotify. Да, к сожалению. Но мне нужно сделать на него этого какого. Ремейк.
со своим инструменталом. И да, галочка, мы все спели. Ура! Все. Я даже уберу список. Так. Как мне все это вам показать, чтобы все максимально честно было? А я знаю как. Блин. Я на самом деле хочу писать. Но я, наверное, потерплю. Так. Пика-винер. Дайте я быстренько посмотрю, может вы за время стрима еще комментариев написали. Сейчас посмотрим. Я заодно их одобрю. Так. Сейчас я их всех натыкаю. Имейте в виду, что если кто-то не выполнил какие-то условия, то, к сожалению, мне придется перекручивать. Вот. Победителя. Но чтобы соблюсти условия, нужно было, в принципе, только три информации написать. Это песню, хэштег и ник на Твиче. А остальное мы найдем. Окей. Так, надо только сначала найти... господи божечки. Видео. Где оно? Вот оно, видео. Привет, мои сладкие! Ой. Привет, мои сладкие! Так, фильтр, сейчас. Так, сейчас я вам покажу экран. Так, как это вообще делается? Я как будто впервые стримлю вообще. Розыгрыш! Ой! О, кстати, да, давайте я просто маленькой буду. Я стану маленькой. Вот так. А, только микрофон надо убрать еще. Секунду. Коба. Добавить Window Capture. Ок. Ой! Это не то! Что это? Вот это! Во! О! О! Так, и как мне сделать, что... О, я знаю как! Ща! Я не подготовилась, вот видите, какая я неответственная. Вот так. Хоба! Надо было заранее это сделать, я что-то затупила. Сорян. Окей. Это рандомайзер. Сейчас я... Вот так. Сейчас я введу хэштег. Чё за фильтр? Keyword. Хэштег. Так, сначала, первым делом мы с вами разыграем подписки на Яндекс.Музыку. И, то есть это три победителя. Потом мы будем разыгрывать три коврика с Лоли Год Реквием. Да, кстати, надо будет записывать вас. Сейчас я себе этого открою документик. Спасибо. Ой, Нани. Спасибо. За песню. Ножки. спасибо, Увад, спасибо большое за донат. Так. И потом три коврика на интернет Емиро. И я надеюсь, что победители будут на стриме. Окей. Погнали. Вы готовы? Я нет. Я хочу писить. Но нам надо это сделать, и я пойду писить. Можешь в ЛС писать, Ники? Хорошо. Окей, погнали. Раз, два, три.
А, это еще не все. Он пересчитывает комментарии. Пика Винер! Раз, два, три. Тори Джин! Поздравляю! Ты выиграла подписку на Яндекс.Музыку! Яндекс Плюс! И там еще Кинопоиск будет. Тори Джин! Так, дайте я тебя скопирую. Так, тут у нас все условия есть. Тори Джин, ты здесь? Ты в чате? Надеюсь, что да. А то нам придется перекручивать. Тори Джин? Спасибо. Тори Джин, отзовись, пожалуйста. Всегда пожалуйста. Иди писить. Нет! Нет! Я не пойду писить! Тори Джин? Ждем, когда она напишет в чатик что-нибудь. А то будет обидно, если она не пришла на стрим. Она походу не на стриме. Тори Джин! Тори Джин! Тори Джин! Нет! Oh fuck! Она не отзывается! Это значит, что нам придется перекрутить! Тори Джин! Вызываю! Ты где? Эх, видимо нигде, видимо ее сегодня нет с нами. О нет. Это знаете, отошла в туалет пописать и проиграла. В розыгрыше. Блин, как обидно. Блин, ну давайте дадим шанс. Тори Джин. Давайте покрутим пока других ребят. Если она не отзовется в течение 5 минут, тогда придется перекрутить. Что делать-то? Ну вот мы и 5 минут подождем. Если ее не будет, то придется перекручивать, да. Ладно, давай я сначала я скопирую себя. Весь ее, наверное, комментарий даже скопирую. Нет, я не скопирую, я сделаю скриншот. Вот так вот. Я сделаю скриншот. Если в течение 5 минут она не отзовется, то будет рерол. Пока эндос я тебе скину. Пока что. Если не отзовется, то будет рерол. Даем Тори Джин 5 минут! Ладно, давайте дальше выбирать победителя. Следующий победитель, который забирает подписку на Яндекс.Музыку, это... Ковилокейшн.айот. Кого? Кови! Кови, ты здесь? Ты с нами сегодня? Или тебе тоже 5 минут нужно дать? Я пока сделаю скриншот. Надеюсь, что Кови с нами. Только единственное... А нет, подождите. Нет, он не выполнил условие. Он не написал свой ник на Твиче. О нет. Тоже не на стриме, наверное. И он и не написал... свой ник на Твиче. Эх. Ну, получается, перекручиваем тогда. Эх. Ну ладно. Нет, мы ему не даем 5 минут. Потому что он не написал свой ник на Твиче. Увы. Эх. Окей, второй победитель. Тоже не написал свой ник на Твиче. А, у него нет Твича. А, окей. Ну вот зачем вы пишете? Зачем вы пишете? Окей, второй победитель. Так.
И опять не написано, какой ник на Твиче. Окей. Все еще ищем второго победителя. Ура! Отаку-сэмпай, пожалуйста, скажи, что ты здесь. Отаку-сэмпай, пожалуйста, все выполнил условия. Скажи, пожалуйста, что ты здесь. Отаку-сэмпай. Тори Чин так и не появилась. Отаку-сэмпай. 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 Блин, я обоссусь, пока мы ищем победителей. Да, мы дошли до розыгрыша, но победителей на стриме нет. И мне приходится перекручивать постоянно. Я сейчас запописаюсь. Отаку-сэмпай. Может, он не тут. Вдруг он здесь, но он просто не в чате. Вдруг он меня услышит. Капсом должен считать. Ребят, если вы сейчас пошли исправлять свои сообщения, я их уже одобрять не буду. После того, как вы исправите свои сообщения, свои комментарии, они улетят обратно в сортировку, и я не смогу их переролить. Так что, видимо, Отаку-сэмпая здесь нет. Как жалко. Давайте дадим Отаку-сэмпаю 5 минут. Я пока зафиксирую скриншотиком, отправлю индосу. Тори Чин. 5 минут прошло? Нет, 5 минут не прошло. Еще 2 минуты, и мы придется попрощаться с выигрышем Тори Чин. Давайте пока выберем третьего победителя. Окей. Давайте. Ням-ням-ням-ням. Третий победитель, который получает подписку на Яндекс.Музыку. Sans Game. Sans Game, ты здесь, пожалуйста, скажи, что ты здесь, прошу тебя. Пожалуйста. Прошу тебя, пожалуйста, скажи, что ты здесь. Sans Game. Пожалуйста. Мы пока его зафиксируем. Дадим ему тоже 5 минут. И пока я в туалет хожу, у этих ребят есть шанс появиться на стриме. Если не появятся, придется их тоже, к сожалению, перекручивать. Санс, гейм, ты где? Так, все, я быстренько в туалет. Если что, пишите там в чате, что это. Sans Game, Тори Чин и кто там еще? Отаку-сэмпай? Да? Да, еще Отаку-сэмпай был. Короче, ищите их. Если они не придут, придется их перекручивать всех. А я быстренько в туалет схожу, чатик. Я сейчас приду. А то я писаюсь. Подождите, я кое-что еще сделаю. Чтобы они себя увидели, я сделаю вот так. А, нет, подожди, это не тот. Это тот, который условия не выполнил. Вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Все, чтобы они, если что, увидели. Вот так. Вот, все, я пошла. Thank you.
Я вернулась. Ребят, так и не получили. Так и не появились, да, в чате? Ребятки. Эх, ну что ж, придется всех троих переизбирать. Победителей. Печалька. А ведь я попросила быть на стриме. Ну ладно, давайте тогда еще раз победителей выигравших Яндекс.Музыку будем выбирать. Так, у меня остановился чат на Ютубе в приложении. Ой, бляха-муха, все лагает. Ладно, окей, погнали. Танкс, блиц, без границ. Так. Не вижу ника от Твича. Только ID с ВКонтакте вижу. Перекрутка. Тори Чин появилась! Тори Чин! Тори Чин! Ты выиграла подписку на Яндекс.Музыку! Тори Чин! Ты меня слышишь? Ты здесь? Ты здесь? Кто сказал, что она здесь? Я не вижу ее в чате. Тори здесь? Я! Я! А! А! Ой! Тори Чин! Все. Индус, свяжешься с Тори Чин, хорошо? Хотя подожди, разве... Слушай, а мы с тобой... Подожди, Тори Чин, это я тебе отправляла в прошлый раз подписку с вкусняшками? Если да, то я тебе просто в ЛС в Дискорде напишу. Я не помню точно. Я. Да. Все, кайф! Тогда только два победителя осталось. Огромная задержка у Ютуба. Пытаюсь понять. Нет, не мне. А, окей, значит, кому-то другому я отправляла посылочку. Окей, тогда Тори Чин, нужно будет, чтобы ты связалась как-нибудь с Индосом. Индос с тобой свяжется, а я с тобой свяжусь через Индоса. Вот. Все, окей, тогда выбираем второе и третье место.
блоке не написал свой ник с Твича. Печалька. Изи. Так. E3ZY. Ты здесь? Пожалуйста, скажи, что ты здесь. Я тебя умоляю. Я вас умоляю, пожалуйста. Я пока... Ой, нет, я хотела... Я хотела наоборот побольше сделать. Вот так вот. E3Z. Это ты! Поздравляю! Так, Индус, сейчас я тебе скину его данные. Он тут написал свой ник Тиге. Нужно будет с ним списаться. Все, кайф! Ура! Первый победитель, который сразу отозвался в чате. Божечки, ты бог. И третий победитель, который получит Яндекс.Музыку. Эвил. Эвил, тебе нужна Яндекс.Музыка? Или это так, по приколу написал? А, ник Твича, сейчас. А, фак. А я уже... Фак, я уже перекрутила! E3Z, пожалуйста, напиши в чат свой ник с Твича, я уже закрыла. Можешь, пожалуйста, написать свой ник с Твича, чтобы Эндос проверил? Фоллоу. Нет, Твич проверяет мой модер. Твич проверяет мой модер. Эвил! Не, ну если Эвила здесь нет... Ну вообще, так-то по сути, Эвил не выполнил. Он ничего не выполнил, кроме... Сакура 500, так что... Эвил, прости. Мангир! 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 Ты здесь? Ждем. Надеюсь, что отзовется и сразу же. Это мы все еще Яндекс.Музыку разыгрываем. Все, кайф. Да, все, Эндос нашел тебя. Сейчас пойдет проверять твой фоллоу на Твиче. Нет здесь его. С ковриками. Мы пытаемся еще разыграть Яндекс.Музыку. Не, мы, наверное, не будем ждать. Раз его здесь нет, то мы делаем перекруточку. Прости, Мангир, если ты сейчас смотришь запись. Прости меня, пожалуйста, но это рерол. Если ты не отозвался. Печалька. Окей, все, я надеюсь, сейчас мы выберем уже победителя и перейдем к коврикам. Ярик! Ярик Мохито! С UserDX9WL6YN5V. Ярик! А, Мангир там был? Мангир? А почему? Бляха-муха, у меня опять Твич залагал. Мангир! А если... Подожди, если Ярик здесь? Если Ярик отзовется, то ему пойдет коврик с этим. Мангир! Ты... Если ты здесь... Эндос, ты же сфоткал, да? Или нет? Эндос, сможешь его найти? Мангир! Тогда... Ты, получается, выиграл подписку на Яндекс.Музыку, которая включает в себя этот, как его, Плюс, Яндекс.Плюс и Кинопоиск еще вот. Ярик здесь? А где Ярик? Ярослав Щерб... Ярослав, это ты, Ярик? Так, надо, знаешь что? Надо как-то понять... Что это реально ты?
потому что YouTube... Блин, а я могу перейти на твою страничку? Потому что YouTube пишет очень тупо. Он вот юзер. Юзер вот это вот. Надо его найти. Он реально Ярик. Он тот Ярик, он наш Ярик. Да, это наш Ярик. Окей. Окей. Ярик. Хорошо. Ярик. Тогда ты, получается... Что это тогда получается? Тогда ты, получается, выиграл коврик Лоли Год Реквием. Вот. Вот. Так. Индос там, ты проверяешь у меня на Твиче подписочки? У Мангира и у Ярика. Если у них фоллоу. Ярик. Ярик, тебе надо будет как-нибудь связаться с моим индосом, с моим модером. Элит, через 3 часа уже день рождения. Ууу, кай. Чмок тебя в лобик. Напиши свой телеграм или что-нибудь, чтобы индос тебе написал. Да, задержка очень жесткая. Мангир. Ну, у тебя написано Мангир. Я поэтому и читаю Мангир. Прости, пожалуйста. Ладно, окей. Дальше. Второй победитель с ковриком интернет Ямеро. Я на всякий сделаю скриншотчик. Окей, погнали. Ханецу! Ханецу! Ой, не интернет я миру, а Лоли Год Реквием мы сейчас разыгрываем. Ханецу! Ханецу здесь? Надеюсь, что да. Чел с прикольным котом на аватарке. Я, Хоня, вижу. Вижу. Хорошо. Так, сейчас я скопирую данные индосы. Ханицу. Все. С тобой свяжутся. Поздравляю с ковричком. Только победители, кто сейчас побеждает, пожалуйста, останьтесь. Мне нужно будет вам сказать про коврики. И третий, кто забирает Лоли Год Реквием? Макс Мося. Я так понимаю, это ник Твича? Макс Мося, ты здесь? Есть кавер. Про Резеро. Абсолютно все. Чел послушал все каверы по Резеро. Это были его первые каверы. Но походу его здесь нет в чатике. Ну ладно. Тогда перекруточка. Прости, Макс. Кот Мэйл не написал свой ник на Твиче. Прости, пожалуйста, солнышко. Камицу! Камицу, ты здесь? Лоли Год Реквием. Камицу! Камицу! Я знаю, что ты здесь. Я тебя видела. Камицу, отзовись. Камицу.
Он здесь, он здесь, он должен быть здесь. У него, видимо, задержка, ща напишет. Я тут! Окей, кайф, Комитсу. Все, я кидаю тебя индосу, и сейчас интернет Ямиро будем разыгрывать. Ну, Комитсу фолловит меня на Твиче, это я знаю. Но пусть будет. Окей, погнали интернет Ямиро разыгрывать. Три человечка. Ты тук? Ладно, погнали. Первый. Надеюсь, здесь. И надеюсь, все условия выполнил. Андлея 958. Выполнил все. Даже телеграм написал. Первый коммент удалила, видать. Да, да. Ну-ка. Ну-ка. Я надеюсь, что он здесь. Ищем человека с аватаркой лысого челика. Андли здесь? Алдни... Алд... Подожди, а... Я неправильно прочитала. Алдиния. Алдиния. Ты здесь! Ура! Поздравляю с ковриком на интернет Ямиро! Сейчас я скину индосу твои данные. Так, первый есть. Погнали искать второго. Так. Борин Клаус. Борин Клаус. Ты здесь? Сейчас я посмотрю, как тебя звать. Я-я-я-я-я-мня-мня. Николай! Николай! Борин Клаус. Николай. Коля! Я не вижу Колю. Нет его здесь. Видимо, нет. Ой! Ину, спасибо большое за подписку на Бусти! Ура! Коли, видимо, нет. Он здесь? А где он? Он здесь. Так, а где он? Не пишет в чат. Николай! Если в чат не напишет, я перероливаю. Только что пиша... Где? Не вижу. Сверху? А почему я не вижу? Во! А! Все! Николай! Вижу! Вижу тебя! Вижу! Все! Вижу! Вижу! Иди забирай свой интернет, Ямиро. Сейчас я отправлю тебя к Андосу. Так, все, последний тогда. Последнего выбираем. Погнали. Спая! Спящий! Спящий! Чел, ты здесь? Как вот читать? Спящий ди? Есть ли он здесь? Спящий ди? О, вижу! Спящий Ди, вижу тебя. Все. Индос спящего Ди проверять надо. Вот.
Все, кайф! Спящий, иди здесь! Ура! Все на месте! Ой, как хорошо! Как хорошо! Я думала, что я просто обосрусь и что-нибудь неправильно сделаю, но вроде со всеми все хорошо. Все на месте, всех нашли. Индос сейчас скажет, все ли зафоловили меня на Твиче. Индос, жду твой вердикт. Пока скажу про коврики. В общем, кто выиграл коврики, они сейчас пока еще в производстве и будут готовы где-то к середине апреля. Вот, поэтому вам нужно будет немножко подождать. А ребята, которые выиграли Яндекс.Музыку, я вам сейчас это, после стрима будем с вами связываться. Мне нужны будут ваши имейлы от Яндекса, от Яндекс.Почты, чтобы я вас привязала. Вот. И будет у вас Яндекс.Музыка и Кинопоиск, Яндекс.Плюс. Такие дела. Купить коврики, к сожалению, были только по предзаказу. И я еще предзаказала для розыгрыша 6 ковриков. Вот. Поэтому такие дела. Нет, на Твиче сейчас не веду стрим. Сегодня только на Ютубе. Я, кстати говоря, по поводу рестримов с Твича на Ютуб, к сожалению, я бы так делала, но, к сожалению, у Твича такие условия, что если я делаю рестрим на Ютуб, я должна игнорировать чатик Ютуба. А я... Донатик. Спасибо. Я не знаю, что еще говорить. Спасибо за донат. Короче, Твич говорит, что нельзя обращать внимание на чатик Ютуба. А меня такое не устраивает. Я не могу. А если я буду нарушать это правило, меня заберут возможность зарабатывать с подписочек на Твиче. То есть партнерку отберут. В общем, да, партнерка. Угу. Я не могу не обращать внимания на чатики. Если я буду вас игнорить, я считаю, что это будет как-то по-свински. Я так не хочу поступать, поэтому если буду проводить стримы на Ютубе, то только на Ютубе, без Твича, без рестримов. Вот, так что да. Розыгрыши? Но только если на Твиче как-нибудь. И скорее всего в следующий раз будет на годовщину Ютуба. О, в ютуберство. На годовщину ютуберства. То есть летом. Вот. Да, заходите ко мне на Твич. Мы вот уже как раз в среду будем стримить. У нас будет коллаб. А в пятницу, субботу, воскресенье у нас будут обычные стримы. Вот. Хотя, я подумаю. Может, в пятницу мы пойдем стримить на Бусти и смотреть фрирен. Ты мне написал в ТГ, ну-ка. Все подписаны после стрима. Хорошо, кайф. Все, супер. Супер. Все, славненько. Кайф. Ой, ну что? Видимо, настала пора прощаться на сегодня. Ты только что пришел, а мы уже уходим. Когда годовщина Ютуба? Фак, где-то в апреле. Какого-то там апреля. 30 или 20. Меня Ютуб папа точно помнит. Какого-то там апреля. А можно зайти у меня на канале где-то посмотреть? Можно с этим покончить, да. В общем, что? Тогда до среды. Мы в среду с вами встретимся на Твиче. Будет коллаб. Вот. А в пятницу, скорее всего, на Бусти будем смотреть фрирен. А субботу-воскресенье будем стримить Геншин. Вот, скорее всего, как-то так. Вот. Спасибо еще раз, ребятки, всем, кто пришел. Спасибо, что слушали меня. Надеюсь, было не сильно плохо. Надеюсь, было не сильно больно ушам 30
апреля, точно, точно. Все, да, у нас 30 апреля будет 10 лет каналу, вот. Спасибо, надеюсь, было не слишком больно вашим ушкам. Вот, я надеюсь, что вы не сильно кринжевали от моей витуб-модельки. Вам нужно привыкать, теперь я 2D. Теперь я 2D, да. Такие дела. Все, я с вами прощаюсь. Всех люблю. Мне нужно будет, скорее всего, сейчас еще пару секунд посидеть и подождать, пока до вас дойдут мои прощания. Ибо задержка на ютубе какая-то просто жесткая. Задержка все портит, да, Лей, да. В общем, все, я прощаюсь с вами, я вас обнимаю. Надеюсь, я вас переманила на свой твич. Буду вас ждать! Буду вас ждать! Все, благословение, блесс, блесс, все. Все, пока. Жду несколько секунд, чтобы до вас дошли мои прощания. Ждем, ждем, ждем. Ой, спасибо! Брайан, спасибо! Все, я пошла.